roll up. Money talk, so you know what? Ain't nothing to talk about. You ain't got enough, cuz rockstar drugs break a bitch heart, no love. And my watch chilly, she ain't fucking with no scrub. Niggas want connects, got no plugs. Niggas say they hot, got no buzz. Popsicle niggas wanna talk shit, then say you froze up. Young niggas wanna pop pills, just pull up. When on a bang, when on a bang. Bitches came for me and my nigga. Threw that bitch out, but that whole one way. Said she tryna stay, told that bitch no way. Supreme nigga, beat ripper, grim reaper. I don't get mad, bitch, I just get even. T-Rod magician, I don't gotta trick or treat it. That Ferrari California make a bitch a believer. $1 million worth of cars all paid out. See you niggas ain't had to pull my chains out. Make it rain even when it's rained out. Turn up, bet bang out. Bang out, bang out. Turn up, bet bang out. $1 million worth of cars all paid out. See you niggas ain't had to pull the chains out. Добрый вечер, друзья. И снова, как обычно, с вами я и Павел. Сообщаю вам с радостной вещью, что у нас очередной заключительный ивент под номером UFC 219. Много эмоций и радости по этому поводу, на самом деле. Привет, Паша. Привет, ребята. Очень рад всех слышать. Как настроение, братан? Как у тебя настроено завершающий ивент? Настроение шикарное, Дим. Блин, на самом деле готов порвать под конец года буков. Надо их потихонечку успокаивать, потому что ICB выдался таким, ну, скажем, спорным, да, то есть многие подписчики это уже заметили в комментариях. И я вот надеюсь, что UFC, закрывающий, номерной, не окажется каким-нибудь спорным на судейские решения, и все будет более чем объективно, и будет какой-то хоть профит. Я считаю, что профит обязательно будет. По крайней мере, то, что показывает статистика по UFC, все-таки более прозрачные судейские решения и все-таки более адекватная, ну, как сказать, поддержка, что ли, со стороны общественного мнения. Потому что все-таки играет роль, как в итоге завершится бой. Потому что фанаты зачастую недовольны, высказываются какие-то сомнения, но со временем, как показывает практика, все равно составит свои места. И все это просто происходит намного чаще, и бой, как говорится, многие бои не вызывают сомнений. Я считаю, что на данном карде мы как минимум увидим хорошее противостояние. И самое главное, то, что многие все ждут, и, безусловно, российские фанаты, да и во всем мире, это наконец-то бой Хабиба Нурмагомедова после такого приличного простоя. Собственно, я считаю, что это было бы шикарным завершением года для него, для фанатов, и это любому событию года. То есть в данном случае для Хабиба это точно событие года, потому что он хотя бы уже дошел до финишной прямой, и осталось ему просто маленькие детали, которые мы обсудим сегодня в подкасте. Итак, друзья, ну, как и обещал, подкаст сегодня обещает быть насыщенным. Основные цели и задачи у нас, помимо того, что, как обычно, разобрать все пары, подробно рассмотреть варианты, доступные по росписям у букмекерских контор, наиболее выгодные для нас, подобрать варианты для хороших ставок, вот, на ваше усмотрение. Ну и рассмотреть те бои, которые как минимум вызовут максимальный ажиотаж, интригу и могут закончиться апсетом. Апсет всегда интересно, на том и андердоге, чтобы искать те варианты, которые кажутся многим нереальными. Паш, ты готов? Первый бой. Каждая пара, на самом деле, знакома многим фанатам боев. На всех номерных турнирах подбираются очень хорошие бойцы. И, несмотря на то, что у нас в прилимах уже, можно сказать, закрепившийся Марин Витори, такой очень неплохой молодой атлет, боец с хорошим бэкграундом партера, там, БЖЖ, ну и агрессивные стойки. И наш проверенный Амари Ахмедов, который, на самом деле, после не очень удачных выступлений в свое время сумел выйти на победную линию и поочередно выиграл двух неплохих бойцов. Это Разак Аль-Хасан и... Так, Паш, напомни, кого он прошел еще до Аль-Хасана? Кто именно? Ахмедов. Амари Ахмедов? В любом случае... Да, бой с Аль-Хасаном все помнят. Просто у Амари Ахмедова есть еще победа до этого. У Амари Ахмедова, в принципе, и боев, и отлетов хватает.
по сути. До этого он побеждал Кайла Ноука, но Ноук, Кайл Ноук, как мы знаем, да. Спасибо. Я иногда буду забывать просто, вернее, периодически забываю на напоминание, потому что сильно на статистику не буду отвлекаться. Друзья, ну что здесь можно сказать? Хороший бой, в первую очередь для фанатов, потому что здесь столкновение стилей, как-никак, и опыта, в первую очередь. Витори показал себя бойцом настойчивым, таким очень ну, агрессивным, желающим закрепиться в UFC, у него это получилось. Но испытание в виде Ахмедова для него сейчас такое достаточно непростое. Я считаю, что здесь стоит присмотреться в любом случае к Омаре Ахмедову, потому что он наследит андердогом. И в силу того, что он готовится, насколько я знаю, вместе с Хабибом, вообще как бы, да, вот в лаглагере. Лагерь у него в ближних краях, в тех краях, как бы, да. Я думаю, что геймплан и работа на борьбу, на переигрывание соперника будет 100%. То есть здесь именно технарь против такого хорошего, крепкого слэшера. Мое мнение, что здесь, возможно, мы увидим решение, и очень близкое. Считаю, что Омаре Ахмедов имеет смысл по победе, вот, по первоначальной ставке за такой коэффициент. И как минимум не уступит Витори очень таким быстрым разгромным нокаутом. Потому что те ошибки, которые Ахмедов совершал раньше, сейчас в последнее время он практически, я не замечаю их. Даже с Аль-Хасаном он умудрился вывести бой с опасного первого раунда на длинную дистанцию. И пускай, может, не очень таким зрелищной манере, но затащить за счет раздельного решения, борьбы, клинча и переводов. А как ты считаешь, какие шансы у Марвина на Витори именно на финиш в этом бою? То есть будет ли противостояние конкурентам? Каким ты видишь бой? Дима, абсолютно согласен, что решение тут со стороны Омари как бы читается, по сути, да? Ну, если здесь и брать Омари Ахмедова, то только решением, скорее всего. А Марвин Веттери, это прежде всего как бы яростный такой боец, он молод, очень хорошо борется. Ну, я бы не назвал, конечно, его кардио отличным, хотя он молодой, да, по сути. Первые два раунда он работает хорошо, уверенно так, а в третьем подсливается уже немного. Я не знаю, возможно, это из-за его мышечной массы, потому что парень неплохо сложен. В стойке могу сказать так, что у Веттери неплохо все получалось, даже в бою, вспомните, в крайнем, да, с Мирандой, тут, по сути, он дрался с ударником, и при этом неплохо смотрелся, да, так с базовым ударником дрался. Мне он очень понравился. То есть я считаю, что стойка Веттери значительно недооценена. Вот. И в этом бою как раз-таки он может показать, на что он способен именно в стойке. Потому что Ахмедову вряд ли удастся перевести Веттери. И Веттери вряд ли полезет в борьбу с Ахмедовым, потому что это чревато на самом деле. Омари может перебороть, по сути. Оба бойца как бы такие рослые, мощные, по сути. Оба высокие, в росте у них там примерное равенство, даже равенство, 1,82 м оба парня. Вот. Я думаю, что бой будет проходить именно на втором этаже. Веттери будет немного успешней в стойке. Возможно, он нащупает дистанцию, возможно, даже в силу такой некой пробитости Омари Ахмедова. Тут, возможно, досрочка, финиш со стороны итальянца. Я, по крайней мере, ее больше вижу, чем Ахмедов проходит Веттери решение. То есть я здесь на стороне букмекера, к сожалению, и с цифрой согласен на победу Веттери. Возможно, она немножко занижена, но я уже смотрю, что КФ растет. И я рад этому. Надеюсь, что Веттери будет закрываться где-то за КФ 1.50-1.55, потому что по факту объективно его возможности где-то расцениваются 1.50-1.55. 1.35 это не совсем объективно. Все-таки Ахмедов хорошо борется, и как показал крайний бой, неплохое кардио у парня. Да, то есть он, да, кардио потянул, безусловно. Функционал свой, но переработав Абдул-Разака, да, такого выносливого негра. Вот, поэтому я думаю, здесь финиш от Веттери, либо решение от Ахмедова. Вот примерно такие. Да, первый бой вызывает некоторые вопросы. Безусловно, здесь не будет легких противостояний. Каждая пара очень конкурентна. И вот начиная с первого боя, здесь уже видно, что может быть
какая-то дыра в геймплане, и Амари может ей воспользоваться. Потому что Ахмедов, безусловно, боец невысокого Fight IQ, безусловно, то есть как бы не те у него параметры и не тот, скажем так, бэкграунд, чтобы использовать стойку активно. Но на один из его плюсов, я считаю, хорошую достаточно такую волевую работу в ударке, он не чурается как бы разменов, зачастую даже с риском для себя. И, ну, как бы это говорит о том, что боец нетрусливый и может зарубиться, показать хороший бой. Но также может использовать и борьбу. И в этом плане, вот, в процентном соотношении, я считаю, что физическая мощь и молодость, опыт, как бы, да, вот, возраст Виктория сыграют свою роль. То есть здесь кто дольше продержит себя как бы на ногах. Потому что после переводов, конечно, от Ахмедова я жду большего контроля позиционного, чем как бы от Витории. А от Витории я жду, наверное, более грамотной работы в стойке. Но сближаться с Ахмедовым без разменов будет тяжеловато. Поэтому комбинировать по-любому Витории придется. Интересное противостояние с точки зрения стилей. Разгромного победы, разгромного такого доминирующего выступления от Витории я не жду. Честно признаюсь, тянет меня дать как бы свой голос за Ахмедова. Но стоит, конечно, дождаться формы, посмотреть, как он готов к бою и как он будет работать против мотивированного Витория. Потому что Витория, конечно, будет уверен в себе. Я думаю, он будет готов попробовать ветерана. Не знаю. Все-таки я склоняюсь к Ахмедову. Не думаю, что здесь будет легкий бой. И для первой ставки Витория мне лично не подходит. Мне не нравится эта ставка. Можно, Дим, я резюмирую здесь немножечко? Да, да, конечно. Слова. Дим, я вот считаю, что у Витория есть такой единственный минус, который может значительно похерить нам ставку на него. Это вот третий раунд. Мне вот очень не нравится Витори в третьем раунде. Я много боев его смотрел еще в Винаторе, когда он выступал. И он мне всегда не нравился в поздних раундах. Да. То есть этот парень вообще стремится финишировать в первом раунде. Всех, да, ты прав. И обычно, когда бой заходит за экватор, он сдает. То есть он реально сдает позиции, просаживается по кардио. Очень как-то не может он этот аспект выровнять. Возможно, это какие-то физические, да, там его особенности организма. То есть парню не хватает топлива на 15 минут. То есть 10 минут он работает как танк. Чтобы вы понимали, первые два раунда я уверен, что он заберет у Ахмедова. Но что с ним будет в третьем, неизвестно. Ахмедов очень хорошие третьи раунды показывает. Ну, не считая тех отлетов, да, нокаутом, когда он отлетал там от Залески до Сантоса в третьем, да. И от Серджио Морайса тоже. Ну, это как бы глупо и смешно, но ладно. Поэтому я здесь резюмирую, хочу отметить, что Витори, если не победит, то сделает он это, скорее всего, в первом-втором раунде. Это либо будет тяжелейшее попадание в стойке, такое неожиданное, либо наоборот сумбурное такое, давящее, и Ахмедов просто его не вывезет. Либо партер, активный такой партер, и Витори все-таки в раунде втором может и задушить. Если мы вспомним бой с Сапатой, то там именно второй раунд оказался за Витори, хотя первый и третий он отдал. Ну как отдал? Антонио пролежал на нем. Пролежал первый и третий раунд на Витори. Но как только во втором раунде Марвин, ну, после первого будущего вышел, он понял, что с ним будут сейчас делать, и он сам забрал в свои руки активность, да, и сам переработал, переборол Сапату, пролежал на него, попытался там сабнуть его, не получилось, все, как бы, да, не получилось, Марвин выходит на третий, руки опущены, все, он кусок мяса просто, он ничего не может сделать. В третьем просто безвольно лежал. Он даже не пытался. Это даже такой очевидный как бы момент. Практически вот у него в этом бою было такое переломное испытательное, скажем так, испытание. То есть у него фактически не хватило не то что скиллов, не хватило функционала, конечно, и опыта против такого топового брюджиста. А Мари, конечно, таким не является, но арсенал боевого сама, да, вот в принципе, и агрессивное ведение боя заставит того или иного вести открытый бой, я уверен. И учитывая, что Амари не будет сильно уповать на то, что как бы стойки он будет перебивать, я думаю, периодически он будет прессовать. Я думаю, просто он будет немножко быстрее и четче обрабатывать Витори, и тот будет немножко сбиваться с темпа.
А Витори получается хорошо выиграть, когда он полностью берет контроль боя в свои руки и доминирует над соперником. Здесь не получится доминирующая работа, даже в ранних раундах. Насчет зацепа согласен, но это можно сказать про каждый бой. Единственное, что я вижу здесь хорошей ставкой, что все-таки бой перевалит за экватор, и на BetCity ставочка на ТБ 2.5 с небольшим риском имеет смысл. Хотя ТБ, конечно, неблагодарное дело, прямо скажем. Но имеет смысл, безусловно, потому что бой ожидается, как по мне, близкий. То есть 1.81 дают на BetCity. И, собственно, если будет лайв, то присмотреться к Ахмедову. Но изначально за 2.85 его шансы, конечно, на небольшую очень сумму, если кто-то играет там. По-любому кто-то будет ставить на него. Я уже вижу определенные там интересы со стороны там подписчиков. И, в принципе, имеет смысл. Я согласен, что Омари Ахмедов здесь не легкая прогулка для Витории. Вот, поэтому мой выбор все-таки тотал больше 2.5. И присмотрюсь к Ахмедову, возможно, на близкое решение, действительно, когда будет полная роспись. Ну что, поехали дальше. Сейчас будет интересный бой у нас для обсуждения. Я думаю, что они же первый раз должны были встретиться, Эллиот и Делароса. На предыдущем турнире, если не ошибаюсь. Не, на предыдущем там другой парень должен был На выступить. замену, да? Ну, в данном случае по Делароси могу сказать так, что паренек, безусловно, очень интересный. Я посмотрел его. Во-первых, он чемпион в своих организациях. Комбат какой-то там. Дрался в Wolf Eyes, не ошибаюсь. Комбат Америкас. Комбат Америкас, да. Очень неплохие руки у него, быстрые. Работает комбинаторно, так очень на контратаках очень хорошо. Но уровень соперников, конечно, не ровнее Элиту. Но тем не менее, прогресс у него и как бы даже тренера его из зала видят на лицо. Мне нравится Делароси, его партер. Он хороший грэпплер, хороший борец. То есть у него очень приличная такая наработанная база. И нравится его стойка именно в ранних раундах. Один из боев его, вот последний, который вот я выложил в группе, там, пятираундовый, он блестяще обрабатывал Оливьеру, по-моему, там какого-то. Три раунда просто переигрывал, четко попадал каждый джеб, каждый боковой. Не акцентированно, но достаточно прилично, чтобы сбивать был. И просел ближе к третьему раунду, начал тоже пропускать. Но бой выиграл единогласно, очень уверенно. У парня очень неплохие такие передвижения. Он хорошо чувствует октагон, не стоит на прямой линии, что мне очень нравится. Хорошо вытягивает на себя. И, в принципе, под Эллиота его руки, мне кажется, в этом аспекте очень хорошо подходят. То есть именно в пользу стойки я отдаю плюсик Делароси. Определенный момент в плане дебюта и его дальнейших как бы перспектив UFC, конечно, мы будем посмотреть, но проверка в виде Эллиота, номер 11, между прочим, в рейтинге, который еще недавно был претендентом на титул, дрался с мышью и очень неплохо, в последнее время, конечно, вызывает вопросы. То ли с мотивацией у парня не очень, то ли просто он подустал от боев, то ли он просто нуждается в деньгах, как говорится, и не имеет особого такого. То есть, как бы это прилимы, друзья. То есть, Эллиот в прилимах, и у него новичок, скажем так, UFC, непроверенный, темная лошадка, с которым нужно быть очень аккуратным. А Тим Эллиот у нас идет крепким фаворитом почему-то. Буки оценивают его шансы за 1.48, то есть фактически это ближе к 1.3, это у нас железка, как считается, у местных. И я бы не был так уверен. Близким таким прогнозом нарисовывается еще один андердог неплохой. По моему мнению, Марк Делароса имеет очень хорошие шансы подловить Эллиота на хорошую комбинацию. И, как мне кажется, в партере будет интересный бой, потому что Эллиот не... Ну, даже бой с Нгуеном показал, что в определенных моментах он просто подтупливает, что ли, забывает. И уж Нгуен, не считающийся каким-то сильным там партеристом, финишнул его, очень быстро воспользовался этим шансом. А вот этот паренек Делароса очень шустро мыслит. И у него, кстати, очень хорошая по статистика по сабмишинам. Я смотрел его интервью с Джеймсом Линчем. Он достаточно уверен, как бы в хорошем настроении пребывает, уверен в себе. Пообещал досрочить Эллиота, по крайней мере, постараться это сделать. Но по-хорошему оценил шансы 60 на 40 в пользу Эллиота, только в силу опыта и его такой универсальности. Тебе знаком боец Делароса? Что можешь сказать по этому бою, Пэш? Тим, ты тут и так очень много сказал, на самом деле, и все по делу. Про Тима Эллиота могу сказать, что да, непредсказуемый боец. Ставить на него деньги никому не рекомендую за такие коэффициенты, тем более вписываться не стоит.
Дебютант опасен, дебютант неплох в стойке, также имеет партер. Мне он понравился именно на ногах, отличный футворк, грамотно чувствует, хорошо чувствует октагон, не подпускает, может в стиле такого карате пацана отгонять ногой передней. Ну, как бы реально опасен. И у меня такое ощущение, что у него есть шанс на панч, как ни у кого другого в этом карте на самом деле. Поэтому я здесь скажу так, андердог здесь намного интереснее, чем в предыдущем противостоянии, где там кто-то может быть думает, что у Ахмедова есть шанс. Вот здесь я больше отдаю предпочтение Беларуси, нежели в первом бою андердогу Ахмедову Амари. Вот. На Тима Эллиота 100% ставить не буду, никому не рекомендую. Да, это главное. Главное. У этого парня мало что есть. И то партер такой, как вы видели, да, там. Его быстро Бен Нгуен осадил. Поэтому, не знаю. Нет, признаться... Эллиот возвращается к своему первому прибытию в UFC, когда он также потом начал безвольно сливать бои. Я не знаю, что с этим человеком. Возможно, дело в его характере. Возможно, какие-то внутренние переживания. Но он всегда мне казался таким человеком каким-то очень эмоциональным. Очень многое зависит от его настроения. И бои он показывает по настроению. Вспомните бой с Мышонком и, например, с Нгуеном. Абсолютно два разных. Типа. Ну и даже бой со Смолкой, я считаю, которым блестяще провел, был близким, на самом деле. И то потому, что Смолка из той же когорты бойцов, которые имеем... Ну, мы к нему еще вернемся, в этом карде у нас присутствует. Но Смолка непростой по сопернику, и, в принципе, Элит его прошел. А здесь, ну, действительно, очень много интересных моментов можно увидеть в стойке, потому что на ближней дистанции, в разменах Делароса очень хорош. Да, он не панчер, но очень точный, очень быстрые руки, у него отличный же бокс. А в партере, я считаю, будет очень интересно понаблюдать, если вдруг, ну, если захочет Эллиот его перевести, в чем я, кстати, очень сомневаюсь. Делароса очень хорошо набарывается у себя в кемпе и участвует во многих состязаниях. Я думаю, что здесь будет интрига. И мой выбор Делароса за 2.75 очень-очень как бы рассчитан на эту ставку, потому что для меня это паренек как бы будущий такой проспект, я считаю. Ну и ТМ 2.5. На самом деле за 2.65 я считаю жирно на Бит-Сити. Чувствую, какая-то видится развязочка близко, потому что Эллиот не дерется, действительно, как ты заметил, с такой отдачей, тем более сейчас, когда он уже на самом дне, я думаю, что ему не светят никакие чемпионские амбиции, но я думаю, что он просто выходит подраться и заработать денег. Это да, я думаю, здесь можно идти дальше. Да. Следующий бой как раз у нас Луис Смолка, последний самурай против Матеуса Никлау. Паш, ну что, ты знаешь бойцов, давай тебе слово. Да, я очень-очень жду этот бой в этом карте. Это, наверное, для меня самый, ну, конечно же, после боя Барбозы, да, и Хабиба. Этот бой у меня на втором месте по ожиданию. Почему? Объясню. Во-первых, это Луис Молка. Боец, которому не везет. Не везет постоянно. То есть, оппозиция у него топовая. Наверное, ну, вообще прям самая топовая. Одна из самых топовых оппозиций, в принципе, дивизионе, это у Смолки. Да, тут есть и такой, как человек, как Тим Эля, да, бывший претендент. Бывший претендент Рэй Борг. Проспект Морено, там, проспект Нгуен. И со всеми этими ребятами он показывал неплохие бои. Ну, за исключением Лаки Саба Брэндона Морено. Вот по-другому не могу назвать. Там просто повезло. Но Морено, можно отдать должное. Молодец, поймал, успел там. Шикарный дебют тогда показал. Вот. А Смолка между делом набивал до этого винстрик из 4 побед. Причем такой винстрик был уверенный, проходил он ребят достаточно неплохих, таких как Холохан, Нгуен, Сири. Все мы знаем, что это 3 уступчивых бойца, но ко всем им Смолка находил ключи. Из особенностей Смолки хотелось бы сказать, что это партер, грэплинг, у него феноменально джиу-джитсу, он такой боец, который тянется как жвачка, я не знаю, его можно растянуть, хотя он очень высокий для этой весовой категории, все-таки 1,75 м для наилегчайшего веса, это, ну, гигант, можно сказать, наилегчайшего веса.
У Смолки шансов много. Ну, это как бы презентация, да, больше была. Теперь хотелось бы сказать о Матеусе, да, Перейре. Боец однозначно будущий топ. Да. Все-таки Джексон Винг ММА — это вам не хухры-мухры. У парня оппозиция по меркам и до UFC была хорошая. То есть там есть имена неплохие, да. Ну, правда, Педро Нобра он проиграл. Ну, единственное поражение. И, кстати говоря, бойцу было на тот момент всего лишь 18 лет. Ну, так, на секундочку, когда он дрался с Педро Нобра. Сейчас ему 24 года. Крепкий, укомплектованный, универсальный боец. Я бы его назвал таким очень даже разносторонним. Вижу в нем будущее, будущего топа, крепкого топа. Марагу он прошел, конечно, на тоненького. Ну, на самом деле, там сплит можно было по-разному трактовать. Я не стал бы так прям говорить. Бой с Марагу откровенно был очень осторожным. И Матеус, конечно, показал хороший уровень. Там показал возможности, но так и не реализовал их. Он реально опасался уходить на дистанцию. Боялся. Да, Марага, боялся, да, боялся. Ну и Марага в тот день, вспомним, Марага был хреновый. И Марага тоже не стал рисковать. Они просто показали такую активную спарринг-работу, грубо говоря, как это делается в зале, когда нужно подготовиться более-менее к реальному бою. То есть активная работа с очень малым количеством попаданий, с комбинаторикой с хорошей, но без жестких таких. Абсолютно согласен. И это показательный бой, я считаю, для Николао, потому что он выглядел лучше Мараги, но он не показал то, что нужно, как бы, то, что можно считать победой уверенной, чтобы. И тем более у него такой простой после этого боя. Кстати, простой связан с тем, кто не знает, что Усада поймали его, по-моему, на допинге, и он отбывал дисквалификацию. Вот. И паренек, мое мнение, Паш, если вот я хочу добавить просто по моим словам, паренек действительно талантливый, интересный, но как ты считаешь, есть ли у него в данный момент такие вот скиллы неплохие, да, которые позволят ему именно финишнуть Смолку? То есть, потому что если будет такая же работа примерно, как с Марагой, да, если он будет пытаться находить ключи, долго двигаться, я думаю, Смолка будет обострять намного чаще, и, скорее всего, у нас нарисовывается еще один андердог. Как думаешь? Я не сомневаюсь, что Николао может перестрелять и выиграть по очкам. В ударке он правда лучше. Ну, это объективно. Ударка у него хорошая, поставленная в Джексон Линк ММА. То есть, ну, там видно, как бы, да, Грега Джексона рука. Но на самом деле в партере мы его не видели. Видели там... Между прочим, Николао черный пояс по БЖЖ. Да, он Black Belt по джиу-джитсу. И плюс база у него боксерская, то есть бэкграунд у него бокс, совмещенный с джиу-джитсу. Ну, казалось бы, что может быть лучше для ММА? Но он это как-то все не реализовывает, что ли. То есть у него нету... Я не видел в нем прям такого ярого боксера, там, нырковку. Вот как, знаешь, в ACB недавно бился вот этот парень, который реально показал красивый уровень бокса, который дрался с Бесланом Исаевым. А, ну я не помню, как его зовут, да, я понял. Помню, ну ребята поймут, подписчики. Негр дрался, да. Шено Комбл или как? А Кэмбл какой-то, не помню. Не Шено Комбл, его как-то там. Ну, на самом деле, таких бойцов, как Николао, вот именно технарей, быстрых, четких, много в UFC, достаточно много. Вот, похоже. Но он, понимаешь, он не настолько боксер, как вот до этого я хотел сравнить, да. Он на самом деле, его бокс такой себе. Либо у него там каких-то, ну, регалий особых нету, и за это я не узнавал. Но мне он в ударке. У него нет тяжелых каких-то попаданий, знаешь, он работает. У него нет вот этого инстинкта убийцы, то есть он не давит, не прессингует. Ну так академично работает на ручках и все. Перестреливает, где-то на задней передаче двигается. То есть не сказать, что он там какой-то прям давящий боксер, там агрессивный и в то же время техничный. Нет, он больше как-то вторым номером любитель поработать. А здесь Луис Смолка, я думаю, он не глупый, и он не будет в стойке с ним тягаться, и просто его переведет в партер, на земле ему покажет уровень на самом деле, покажет ему настоящее джиу-джитсу. То есть, я не знаю, может быть, Николао, знаешь... Ну как ни крути, Смолка поопытнее и поучаствовал уже в хороших боях, таких очень-очень сильных, которых он вывозил прям... Ну, либо он проигрывал достойно, да, как в бою, допустим,
Как в бою с Морено, да? Да. То есть, ну там был отлет. То до последнего, потому что Смоку действительно очень тяжело поймать, он гибкий боец. А может, мы вообще пояс подарили вот этому Либо Матеусу. Будет разгром, как с Нгуеном. Потому что, согласись, бой с Нгуеном тогда, кстати, когда Смок ушел небольшим андердогом, очень показательный. Тогда он вышел безупречно просто настроенный, в форме, все сделал правильно, идеально. И сильного крепкого Гуена, как бы опасного истоки, и, как показал бой с Элитом и в партере, он его разложил именно внизу без проблем. Конечно, сильная сторона Смоки – это его габариты. Я думаю, он будет побольше Николао. Умение держать и работать на дистанции ногами. Я думаю, с этим Николао проблем не будет, но осторожить он точно будет, чтобы не нарваться на какие-то встречные удары. Ну а на сближении, я думаю, что Николао будет пытаться защищаться. Он не будет атаковать, будет пытаться, как ты правильно заметил, перебивать на очках. И очень похоже на то, что нас ждет близкое решение очередное. Красивый бой, безусловно, но близкое решение. Как ты считаешь, таки твой финальный вердикт? Кому финальный вердикт достанется? Это Луис Смок, победа. По-другому я не хочу здесь Матеуса даже шагать. Я думаю, найдет ключ к своей победе на земле. Будет интереснее в джиу-джитсу. Я думаю, что пояс ему подарили. Уровень у него в джио будет хуже. Короче, здесь для меня 4 кэф на Смок, когда я изначально увидел, я охренел. Вот реально охренел. Да, он нестабилен, но там любит прибухать. Но, ребята, это стоит того, чтобы рискнуть небольшим процентом от банка. Ну, 4, КФ-4 он как А 4 дают на приматче? Ну, давали на Best Fight Odds. Сейчас 3.30 коэффициент у него стоит против 1.36 на... Ну, вот уже упал. Ну, я думаю, он еще упадет к турниру ближе, где-то 2.8-2.9 закроется. На самом деле, добавить что хочу. Здесь большую роль играет мотивация Смоки. Для него этот бой как бы сделай или умри, потому что он сейчас не очень в выгодном положении. И как любой уважающий себя боец, дух у него есть, он выходит и каждый бой пытается все-таки продемонстрировать. Не то, чтобы показать, да, отработать именно в победу свою. Если он будет агрессивно настроен, если он прочитает Николау, что очень, кстати, нелегко сделать, потому что Николау очень увертливый боец, быстрый. И... Че-то напоминает такого у Альдо в лучшие годы, скажем так, только без панча, без таких жестких ударов ногами. И для Смоки будет первостепенной задачей именно заставить его войти на острую дистанцию и попытаться оттуда выцепить какой-то перевод, либо... Ну, в стойку я не верю, что здесь будет досрочка с той или иной стороны. Смок, конечно, очень слаб в плане жестких пробивов, да, чтобы прям вырубить. И вес не тот. А вот в партере очень большой интерес представляет именно Смок, потому что он покрупнее, умеет работать без проблем с такими бойцами, поэтому... И тот проигрыш Морено дал ему большой опыт, я считаю. Мой выбор тоже Смолка, близким решением. Я думаю, что здесь имеет смысл ТБ 2.5, безусловно. Коэффициент у нас на это событие, ну, не очень большой, 1.48. Но для такого шахматного боя я вижу здесь хорошие предпосылки на решение. И все-таки будем смотреть на Смолку, на его форму. Да, прибухать, кстати, любит чувак. Сам сказал, что любит ликеры, там много пьет ликеров различных, и пивасик. Конечно, вес он делает, мне кажется. Может быть, из-за этого проблемы. Знаешь, Паш, мне кажется, что вот действительно он иногда просто выходит опустошен, он много гоняет, и плюс эти проблемы с режимом, может быть, с диетой заставляют его просто в момент боя быть таким немножечко. Ну и как все гавайцы, он такой слегка, конечно, расслабленный. Он разве гавайец? Ну, он с Гавайев же, да. Ну ладно. Ну что, здесь мы с тобой единогласны. Мой выбор ТБ 2.5 и близкое решение в пользу Смолки. Но Матеус Николау мне очень нравится. Тяжело давать прогноз на этот бой. Считаю, что коэффициент действительно Смолку слишком завышен. Не по делу. Тем более такой простой у Николау, не стоит обольщаться. Поехали дальше. Еще одно отличное противостояние. Ну, здесь прям грех не подивиться вообще тому, что Рик Гленн, как бы уже можно сказать, ветеран, после таких жестких битв, которые он прошел, и будучи андердогом, особенно в последнем бою, переоцененного, скажем так, хайпнутого Глена Такера, осадил, причем в прямом смысле, просто как мальчика, забивал и заставил просто в кровавыми слезами умыться. Это был, конечно, триумф Глена, и после того избиения, которое ему устроил Данхэм, он вернул должок как раз молодому пареньку. И что? Майлз Джури, талантливый боец, очень интересный, в свое время
пророчили ему хорошие шансы на проходы в топы, и он как бы действительно был он был блестящий так, в таком сейчас, извиняюсь. Я продолжу, пока Дима отошел. Да, да, извините, отвлекли немножко. Я хотел бы закончить, друзья, то есть здесь у Джури, безусловно, есть хорошие акции сейчас в UFC, он тренируется Джерри Стивенсон в лагере, то есть у него сейчас блестящая форма, и соперник подобран очень удобный на самом деле. Несмотря на то, что стойкий, но в техническом плане, конечно, Джури превосходит его во всех областях. Джури один из топовых кикбоксингов. Единственное, что не... Разочаровал он, конечно, в двух боях меня очень сильно, имея такие хорошие шансы на победу против Оливьеры. Ну, Оливьера в первом раунде – это пожиратель вообще любого бойца, то есть Чарльз Оливьера. И, собственно, с Джури у него как раз и выгорело вот этот сабмишн, Джури попался. И, собственно, ковбой. Все помнят бой с ковбоем, когда Джури практически все три раунда ничего не смог сделать, и его отпинали там... Ну, он стойко держался, не дал себя ни досрочить, ничего. То есть просто не смог найти к обои ключи. Ну, это и к обои в то время был, на самом деле, немножечко другой. Вот. И его победа, конечно, над Делаторе. И над кем там еще, кого он взял, по-моему. На Таканори Гоми в 2014 году. Ну, вот, конечно, да. Не в пользу его, вот по статистике, по мешкам, скажем так. Но боец, безусловно, интересный, талантливый. Я думаю, здесь шансы очень хорошие на то, чтобы забрать еще одну победу. Я все-таки выбираю заочно здесь без сильных рассуждений Джури. Не вижу смысла рассматривать Глена как претендента на апсет, потому что здесь у него ничего, кроме стойкости и вот действительно таких стальных яиц, которые позволяют ему терпеть ущерб и продолжать биться. Чисто шоу-бой красивый. Я думаю, это бой в пользу Джури, матчап, да, в пользу Джури. И особо не стоит обольщаться на то, что он в каких-то аспектах сможет отдать инициативу. Я думаю, что это будет сабмишн или ТКО максимум конец второго, начало третьего раунда. И однокалиточная работа, начиная с первого раунда. Кардио у него вполне, ну, расслабленный боец, гибкий очень, хорошо чувствует дистанцию. Я думаю, что Глен будет ошибаться. И он достаточно деревянный, конечно, в стойке, но... Если сможет перевести Джури, там, безусловно, интересно. Но я думаю, что это очень вряд ли. Мой выбор Джури досрочно. И я считаю, что здесь очень хороший вариант на то, чтобы он не дойдет до решения. Как считаешь? Не согласен вот здесь, Дима. Почему? Потому что вижу здесь Джури победителем только волевым решением. Это очень близким. Это вот максимум, что я даю для Джури. Боец абсолютно нестабильный, боец 2014 года, срок годности его уже истек. В 2017, в начале практически 2018, он будет совсем не тем. Майк Делатора — это не уровень, это вообще как бы залетный пацан UFC. А кто вот такой Рик Глен? Вот про Рика Глена я вам могу рассказать. Рик Глен — это прежде всего отличный тайский боксер. Рик Глен — это... скорость. Рик Глен — это точность, Рик Глен — это характер и воля. То есть я не подумайте, что я говорю за Рик Глена. Кто такой Рик Глен? Да у него имени, по сути, то и нет. Зачем мне за него говорить, я не вижу смысла. Но те бои, которые он показал там в Беллаторе и в UFC, для меня на самом деле они очень показательные были. Как он осадил Гевина Такера, думаю, видели все, и это было апсетище. То есть Такеру пророчили неплохое будущее. Это был так-то проспект, который в своем дебюте просто пацана там как ребенка избил, да? Ну, это на скидочку по соперникам. А с Новелли тоже показал достаточно уверенное выступление, хоть и близкое. С Эваном Данамом вышел на коротком уведомлении, показал замечательное выступление, даже где-то местами конкурентное, да, единственное, там тейкдауны пропускал. А когда бой шел стойки, очень отличные такие взаимные размены, где Глен даже был иногда успешен. Хотя выходил он там на самом, я не помню каком коротком, но прям на очень коротком уведомлении. Это что касается вот Глена, да. А теперь в целом по их паре. Глен будет иметь преимущество в риче, антропометрии, то есть росте. Нет, рич на стороне Джури, рост одинаковый. И размах. Как рост? Ну так. Это как данные?
Ну, рост чуть повыше у Глена, все остальное на стороне джури, то есть размах рук, ног и так далее. На шердоге вроде на 3 сантиметра, но это как-то немало, не маленькое. Такое, не маленькая такая разница. Ну ладно, по сути, Майлз Джури уже мне он пока, по крайней мере, я не испытываю в нем уверенности такой, и чтобы оценивать его за 1.35. Я думаю, Глен ему даст отличный бой. Все-таки Тим Альфа Майл это он не просто так, да? И я думаю, Глен покажет доминирующее выступление, выложится на 100%. Все-таки бой в Лас-Вегасе, нужно привлекать как бы спонсоров, да, и показывать свои максимумы. И это отличный бой для Глена, чтобы заявить громко о себе. Вот до этого он уже прошел максимально уверенно двух хороших соперников. Даже вот, даже учитывая то, что Новер это уже уволенный боец, но Новер так-то неплохо котировался изначально. Вот. Я склоняюсь к победе Рика Глена. Возможно, близко. Возможно, досрочка в первом раунде. То есть у меня вот такие... Я не удивлюсь, если Глен забьет его у сетки. Потому что у Глена отличные серии, и Глен не отпускает, если попадает. Ребята, кто сомневается, пересмотрите его бои в том же ВСОФе. Кстати, я ошибся. Не в Беллаторе, а в ВСОФе. Я перепутал немного. Вот. Понятно, то есть твой выбор опять андердог, и ты причем даешь ему больше шансов, нежели джури, именно на досрочку. Я правильно понимаю? Ну, как, опять, мой выбор был Веттери в первом бою, во втором бою Делароса с тобой я был согласен, в третьем Смолка, а в четвертом Глен, да, получается, это третий андердог. Ну что, друзья, мнения разделились, я на самом деле могу сказать, что имеет смысл, конечно, присмотреться к Глену на... в лайве, но для меня лично здесь все прозрачно, я думаю, что джури да классом, слишком разный уровень бойцов, и все-таки джури помоложе, у него это просто мы помним, вот допустим, последний бой, когда дрался в таком же положении примерно с Сильвой, с Эриком Сильвой, как его? С кем дрался, Дима, повтори? Последний бой Эрика Сильвы с Джорданом Мейном. Стили, конечно, Мэйна и Джури сравнить не стоит, но напомню секундочку, Джури это, во-первых, Black Belt по БЖЖ, отличный портерист, отличный, очень грамотно работает. Джури это очень хороший кикбоксинг, точность, тайминг, и на руках он будет заставлять Глена промахиваться 100% и попадать по нему 1000% будет намного чаще, чем колхозник Глен. А стойкости, да, безусловно, но я думаю, что здесь все решит именно чистая работа. Джури работает, кстати, очень чисто, он не любит грязные там затяжные бои, он пробивает серии, переводит и в доминирующих позициях уходит на САП. Здесь единственное сыграет роль, может сыграть роль именно выносливость джури, возможно, и удачные моменты в борьбе от Глена. В стойке я не вижу никаких шансов, несмотря на то, что в статистике как бы у него побольше кого-то такого, и Глен действительно жесткий боец. Такой неудобный, но для джури это будет хорошая разминка к дальнейшим победам. Я считаю, что этот бой чисто вот по матчапу для него сделан. Поэтому КФ, конечно, маловат, хотелось бы побольше, но я здесь тоже заиграю на ТМ в пользу джури. При полной росписи, возможно, присмотрюсь к досрочке, но мне кажется, что здесь будет очень хорошая такая, такой хороший шанс у джури именно на саб. Кстати, есть ли у нас у Глена поражение сабом? Не так много, кстати, он проигрывал, всего 4 раза, из них как раз 2 раза с сабмишеном. То есть последний раз его поражение было Эвану Данхаму. Ну, Данхам, кстати, изнасиловал, но не прикончил. Я уже говорил, что он был тогда на короткой замене. А, Лансу Палмеру, Палмеру, да, во Софи. Собственно... Ну, Лэнс Палмер, ребят, это уровень далеко выше, чем у джури, по моему мнению. И в партере в 100 раз, наверное, он... Ну, что интересно, кстати, перебью. Он в 2014 выиграл Карханяна даже в Софи. Но до тех пор, пока Карханян не перешел в Белик, сейчас, я думаю, Карханян бы выглядел бы намного убедительнее в их реванше. Все-таки мой выбор джури, я не вижу здесь предпосылок его проигрышу. Для меня, как андердог, Глен вообще не видится реальным. Поэтому едем дальше. О, ну что... Очередной такой замес ожидает нас. Вот этот бой будет очень ярким. Голодный Диакизи после такого
обидного, прямо скажем. По его вине, кстати, поражение Дакару Клозе, в котором он шел фаворитом и в котором он... Ну, я считаю, решение было, конечно, спорным, но Диакизи много выпендрился, много ошибок. Верит в себя парень, конечно, это видно по его харизме, по тому, сколько силы в нем, и эту силу, естественно, вот, то есть он ощущает в себе, он чувствует в себе такой напор. Но те бои, которые зарекомендовали его как яркого, красивого такого ударника, да, изобретательного, на поверку оказались, ну, бесполезными против мощного напористого Клозе, который сокращает дистанцию и перебивает не хуже, пускай не так красиво. Все-таки Диакизи — это боец такой, больше шоу. Чистый боец, старается бить с дистанции красивыми ударами, то есть не лезет в классические размены боксерские и так далее. Любит одиночный панч, любит удары в прыжке, очень хорошо пробивает верхние удары и неплохо борется. На его стороне на самом деле мотивация и такой задор, то есть желание в номерном карде, я считаю, проявить себя как бы по максимуму, у него будет доминировать. Как бы не заигрался, потому что Хукер хоть и уступает во многих моментах, но, как показал бой с Пирсоном, все-таки есть порох у парня, и Пирсон в любом случае не такой простой соперник, хотя, как бы, да, и проигрывал Масвидалю и так далее, но это бойцы другого уровня. А Хукер показал очень хорошее в то время, на тот момент выступление, то есть его, он с колена, по-моему, вырубил Пирсона, то есть он длинный такой, очень неудобный, но тайминг у него появился, и очень хорошо чувствует момент, когда взорваться. Но на игре, на дистанции, я считаю, что Диакизи будет поинтереснее, будет раздергивать. Но не тот боец Хукер, чтобы как бы быстро сдаться, чтобы там выглядеть так, как выглядел Покалин, допустим. Я думаю, что нас ждет интересное противостояние. Как считаешь, здесь Диакизи действительно такой фаворит, как ему видит букмекер? Либо есть какие-то подводные камни? Дим, я вот здесь не знаю даже, что сказать в пользу Хукера, как бы я не хотел. Боец, мне кажется, такой залетный тоже, на самом деле, уровня в нем я не вижу такого высокого, да, там, конкурирующего, топового. Возможно, где-то рядом с 15-м местом в топе, да, он где-то может прогуляться, но в топ-15 ему не войти. Диакиси в прошлом бою, если бы не травма, возможно, он бы даже выиграл Дракара. Хотя Клозе очень такой серьезный соперник с отличной борьбой. Ну да, он пробивал ему ноги хорошо, там, видимо, да, сыграл роль свою. Все-таки сильные стороны для Диакизи — это именно ноги, на самом деле. То, что на руках. Согласен, абсолютно, абсолютно согласен. Непонятно. Ноги — это визитная карточка Диакизи. Вот. И в этом бою, я думаю, снова повторится ситуация. Ну, в смысле, победы очередной Диакизи. Если закрыть глаза, да, на поражение Дракару, то тут будет конкретная реабилитация со стороны англичанина. Будет, наверное, он в первом же раунде уже очень опасен и полностью покажет свой арсенал, потому что Хукер так удобен для него в стойке будет. То есть и опасности никакой представляет, и панча как такого у Хукера нет. А поймать на колено Диакизи, ну это, мне кажется, из грани уже какой-то там сказки и фантастики. Здесь фаворит абсолютно по делу, здесь ничего придумывать не надо в пользу андердога. И я думаю, что на дистанции в 3 раунда, что и даже если досрочка будет, то она будет только от Марка Диакизи. Я не хочу даже, ну здесь нечего разглагольствовать, не могу, нету зацепа какого-то, чтобы в пользу андердога что-то сказать. Да, я соглашусь. Здесь единственное, что хочется чуть побольше сыграть, потому что 1.50 крепкий коэффициент достаточно там для двойника, но для Динара немножечко маловат. Как вариант, можно присмотреться к победе Диакизи решением. Я думаю, что здесь будет интересный бой. Все-таки Хукер, если взять его карьеру, ну, досрочно проигрывал. Даже Джейсон Кнайт, кстати, Джейсон Кнайт был очень неплохой бой, и Хукер умеет показывать характер, мне он нравится как боец. И у него победы. Джейсон Найт в стойке, Дим, но это зашкварно, мне кажется, нет? Ну, Найт немножечко боец, который не дает шансов подумать. Он на 2-3 шага быстрее тебя во многих. Плюс сумасшедшей борьбой. И очень такой, просто как джипик маленький, коренастый, мощный, взрывной. Хукеру все-таки нужно время, чтобы приспособиться к таймингу, к стилю противника, найти как бы дыры. И он контрпанчер, как ни крути, он никогда не лезет. А если лезет в размены первым, то получает. Поэтому вот то, что он показал с Пирсоном, было очень грамотно. Ну и он использовал, конечно, хорошо рич свой и, собственно, габариты против Пирсона. И Пирсон как бы уже больше такой боец
твердоватый, скажем, он летит типа Пикета, да, вот на закате. Поэтому, безусловно, здесь стилевое противостояние интересно, и Диакис смотрится, конечно, крепким фаворитом. Смущает только то, что он иногда заигрывается, там, верит в себя, начинает выпендриваться, и бывает так, что ну, только с Клозе мы видели его промахи, и, собственно, это не показатель. Мой выбор тоже Диакизи. Я не буду здесь сильно накручивать. Я думаю, что при даже самых удачных раскладах Хукеру удастся выиграть максимум один раунд. Возможно, за счет того, что Диакизи там подустанет, либо он сможет его там переводить, удерживать. Но слабо представляется, у Диакизи очень хорошая борьба. И он умеет бороться. Но в борьбе, кстати, Хукер тоже неплох. И в партере вот, интересно посмотреть. В стойке я даю предпочтение полностью Диакизи. Поэтому, да, Диакизи, я думаю, что здесь будет крепкой ставкой. Ну что, завершаем прилимы. Следующий бой. Калил Раунтри против Михаила Алексейчика по кличке Лорд. Ну, на самом деле, Паш, тут особо тоже не хочется сильно углубляться. Разве что хочется отметить, что поляк у нас дебютант в UFC. И сразу попадает по такого жесткого панчера, с которым очень опасно лезть размен, очень опасно провоцировать его. Раунтри долго ждет своего шанса. Он не из тех бойцов, допустим, сравнить вот еще одного чернокожего бойца крепко, который бился недавно с Блаховичем. Напомню фамилию его, как он. С Блаховичем этот Кларк? Не-не-не. Последний бой Блах. Канонир? С канониром, да. То есть в этом плане руки у Раунтри намного мощнее, и он не практикует такой прессингующий стиль, он предпочитает дожидаться момента и в разменах очень хорошо использует боковые и даже апперкоты, то есть в ближней дистанции он очень опасен. А вот на дистанции я его особо еще не успел разглядеть. Рекорд у него не такой большой, поляк в этом плане поопытнее, но что мы имеем по Раунтри? Он же у нас победитель ТАФа, по-моему, если не ошибаюсь. Раунтри не победитель ТАФа. Участник или финалист? Участник ТАФа. Участник ТАФа, но его там заряжал Эндрю Санчес, по-моему, да, Эндрю Санчес его заряжал. И вообще, в принципе, Раунтри там выходил в финале на замену, насколько я знаю. Он на ТАФе отлетал Кори Хендриксу с сабмишеном в первом же раунде и удачно забивал Джоша Стансбери. То есть, знаешь, кого мне напоминает Раунтри? Такого чувака, который вот выходит на первый раунд, и либо я, говорит, улечу, либо ты улетишь. Ну, в смысле, улечу в плане в партере, да, на земле. Вот так же в пользу Крейга многие говорили, что вот Крейг там его задушит, да, там заборит. А по сути, что сделал раунд? Вышел, да, и как бы кукушку ему снес. А Михаил вот этот, Михаил Алексейчук, чемпион ТПЛ, непонятной организации Словакии, Республики Словакии. Вот. Я не знаю, что он может сделать. У него позиция на самом деле очень-очень такая низовая. На первый взгляд кажется рубакой, но я смотрел его бои, там на самом деле он предварительно валил на землю очень многих, то есть проходы делал. И там уже что-то мог там забить или еще что-то. Ну, обычно он забивал. А вот два своих крайних боя, да, там старика Андрада Чарльза вырубил. Да, мешочка старого. Ну, это я не хочу даже учитывать, да. Потом он вышел просто в следующем месяце и вынес какого-то там Рикардо Насиглию, итальянского ММАшника, да. Я не знаю, мне здесь нравится Халил, по делу фаворит, ставить, конечно же, я на него не буду, потому что он, ну, все-таки это тяжи, и у Михала есть панч, как и у основного многих панч, тяжей, но этот прям такой, он может побороть, я не знаю, сможет ли Халил защищаться, не сможет, но я вижу здесь досрочку, как бы по-пански это не смотрелось. Все-таки дострочка здесь читается. Но я бы ее все-таки взял, исходя от Раунтри. То есть Раунтри, победа нокаутом. Не знаю, какой коэффициент. Ну, пока нет росписи на дополнительные как бы варианты. Есть лишь вариант ТМ-1.5 на приматче за 1.45, по-моему.
Очень неинтересно. Да, неинтересно. Потому что поляк может драться осторожно, аккуратно. И, кстати, Рантри очень долго раскачивается, его тяжело заставить в такой как бы открытый бой идти. Поэтому поляк может. Непонятно, что с борьбой. Если поляк быстро проводит тэкдауны и сможет не так тупить, как это делал Крейг, потому что Крейг реально очень длинный, высокий боец, и ему чисто за счет грэплинга надо было возить, а понижать как бы стойку для того, чтобы пройти в ноги, это было бы смертеподобно. Он, собственно, и поэтому мешкал, он не мог подобрать ключи. А Рантри спокойно выжидал момента, он точно знал, что он попадет. Плюс челюсть Крейга, как бы мы увидели, очень-очень нестабильная. А вот Алексейчук пока тюная лошадка, стоит присмотреться, но по позиции, конечно, он смотрится слабее, а по шансам в бою, вот в этом, безусловно, первый раунд вполне может пережить, и вот дальше будет интересно. Я думаю, что здесь раунд, безусловно, фаворит, именно потому, что он умеет грамотно использовать слабые стороны соперника именно в стойке, и сила ударов его разрушительна, это как минимум с этим надо считаться. Но да, это все, ребята, очевидные вещи, на самом деле. Как но брать его за такой коэффициент, честно, тоже не видится интересным, потому что коэффициент вообще не для динаров, даже не для экспрессов. Он ничего не дает абсолютно. Согласен. Обои может быть интригующим. Ну что, плавно перешли к главному карду. Здесь у нас очень интересное противостояние. Ну, возможно, за исключением одного боя, который в силу того, что Ривера, Линекер, да, у нас, по-моему, из-за травмы или из-за чего он снялся. И Ривера фактически сейчас без соперника и замена Морайса. Бой вряд ли состоится, на самом деле. Очень жаль, потому что этот бой без того не в очень таком, скажем так. Ну, я не беру сейчас те бои, которые у нас ждут в Комэйне и Мейн-Ивенте, но вот, по крайней мере, начало главного карда очень спорно. Итак, первый бой, давай разберем его. Здесь хорошо, конечно, известные нам бойцы, Кандид и Нил Магни. Ну, Паш, слово тебе, давай по полной высказывайся, что... Бомбить, да? Было понятно, да, за кого ты глоришь. Хорошо, Дим, хорошо. В общем, бой на самом деле очень-очень ожидаемый. В принципе, это Магни, у которого сейчас идет такой некий спад, да, и Карлос, ну, как бы после простоя, кого ему давать. Но Магни — это идеальный соперник, да, мне кажется, для выступления и становления на победную серию. Объясню почему. С одной стороны, да, это опасно ставить на бойца с простоем. С другой стороны, Нил Магни, который, в принципе, в ударной технике всегда был очень сыроват, и в этом аспекте как не прогрессировал, так и не прогрессирует. Единственное, чем он может дать, это борьбой такой оппозиционной, с редкими выходами на сабмишины. Карлос в крайнем бою с Дэмианом Майей попался, ну да ладно, да. Сейчас, в принципе, он понимает, с кем он будет драться. Я думаю, была проделана работа над защитой от тейкдаунов. И те удары, те лоу-кики, те локти, колени, которые пробивал Кандид, да, там год назад, полтора года, два года назад, их Магни, в принципе, физически не выдержит. Его тонкие ноги, они, мне кажется, сломаются пополам, если Кандид, если мы увидим хотя бы того Кандида в 70%, да, прежнего, который бился с Робби, да, там, за пояс. Он на самом деле парень прирожденный убийца. То есть... Yeah, natural born killer. Никнейм он оправдывает. Это инстинкт убийцы у Кандида просто, наверное, один из самых... Достаточно самых... вспомнить его блестящий нокаут с колена против этого... Тиаго Алвеша. Последняя его победа, кстати, в UFC. Это да. Было очень четкое прям коленочко. Нос был свернут просто на 360 градусов. И то, что Ничтожен. Касается тайминга, да, и вот оправдание прозвища, это точно про него. Продолжай, Паш. А помогни, можно сказать, то, что парень на спаде. Парень постоянно страдает какими-то странными, не знаю, эмоциональными, опять же, проблемами. Бывает закидной какой-то выходит и что-то... Как же он меня так начинает бесить, когда он получает, да, там ему больно, и он это на лице написано. То есть Магни не умеет прятать боль. Да, это он точно. Постоянно такой, ай, типа, больно там, ударили, да, меня там. Ну, понятное дело, когда тебя бьет Ларкин, там наносит тебе лоу-кик, терпеть, наверное, простой человек бы тоже, наверное, так нахмурился. Но ты как бы ММА боец, профессионал, ну, терпи, либо там какие-то. Тактические действия выполняй, да, там переводи или еще что-то там. У тебя же все-таки есть штаб.
Или в бою с РДА ты выходишь и просто вообще отлетаешь за несколько минут с бойцом, который, как мне кажется, уже реально постарел. И ну, это ты, конечно, поспешил. РДА очень хороший топ, я считаю. Он сейчас в этом весе он опережает второе рождение. Мне кажется, это будет интересно. Ой, это Дима ошибка, то, что он прошел старого лоулера, да, там, старого ветерана, я бы уже назвал, что он уже как бы отошел от дел, все равно. И это не показатель. Ну, прошел он его, между прочим, прошел он его очень... Ну, ладно, да, не будем отвлекаться. Все-таки по магнии закончи мысль. Мне интересно, к чему ты выведешь. Я заканчиваю мысль. Магний в этом противостоянии, я не вижу, каким способом он выиграет. Я хочу здесь рискнуть и дать ставочку на... Во-первых, это... Точнее, не дать ставочку, а присмотреться именно кто-то уменьшит, но... Более вероятен тот уменьшил, вы сами понимаете, от Карлса Кандида. Я думаю, если он и выиграет, он выиграет это ярко, каким-нибудь нокаутом, каким-то локтем. Все-таки хочется верить, что из тех, кто ушел на покой, вот Карлос не тот человек, который может успокоиться и вернуться для отбывания номера. Все-таки у этого человека всегда горели глаза по-другому. И это не глорство. Он реально всегда оправдывал свое прозвище. Все его бои — это жестокие избиения. Вот. И Магни в плане характера, в плане инстинкта, в плане, в принципе, в совокупности, как комплексный боец ММА, уступает Карлосу Кандиду почти во всех аспектах. И Карлос Кандид его даже опытом может переехать. Я уже не говорю про кемп, про его тренировочный вот лагерь, который я видел сейчас, да, он выкладывает часто, чекаем его в Инстаграм, смотрим, парень на износ работает, заряжен, и наконец-то у него глаза горят, он мотивирован. Чего я не видел с Дэмианом Майем перед боем. Он просто говорил, да, я выйду и все. Ничего не почувствовал, ни один, как-то все было пусто. Как вышел, так и отлетел. Здесь мой выбор Карлос Кандид и, скорее всего, досрочная победа Карлоса. Я бы даже присмотрелся небольшим процентом карлосского ТКО. Да, исчерпывающая на самом деле аргументация с твоей стороны. Хотя я хочу добавить, что спорный момент единственный вызывает его простой и мотивация. Но просто по уровню чисто, и тем более те дыры, которые показал Магни в своей работе. И сейчас ими грех там любому бойцу не воспользоваться, у кого есть хорошая работа ногами. То есть РДА сразу, даже не думая, когда вышел, он сделал все грамотно на раз, два, три. Вынес ему ногу, перевел и заглушил. И плюс ко всему, у Магни в последних боях раскрылись слабые стороны, действительно, в плане не то, что мужества, вот такого волевого. То есть он привык работать с бойцами там. То есть ему как-то доставались бои, которые он просто на пике. Он, во-первых, часто дрался, насколько ты помнишь. Один из таких часто выступающих бойцов. И вот даже если брать 2015 год, посчитаем, раз, два, три, четыре, пять. Пять боев он провел. Причем проиграл только Дэмиану Майю с сабмишеном и выиграл раздельно, что меня очень удивило, будучи андердогом у Кевина Гастелума. Но Гастелум в то время, можно сказать, сам с собой боролся, и весовая была явно не его. То есть он гонял, ему тяжело было на дистанции сохранять выносливость, чем Магни пользовался. И очень близкие были победы, очень спорные и незрелищные, как мне кажется. Не вижу у него в росте таких побед, которые, кроме, допустим, ну, может быть, Хендрикса. Ну, опять-таки, старый Хендрикс, и близкий бой был очень. Которые бы его выделяли на фоне Кандита. От Кандита я жду, на самом деле, хорошей работы в стойке. Я думаю, что в партере, если бой зайдет в партер, все-таки у Магни может быть преимущество. Как показал бой с Майей, все-таки бойцы габаритные, такие мощные. Ну, конечно, нельзя сравнивать грэплинг там БЖЖ Майи и Магни, но имеет какой-то сейчас перевес над такими. Кандит ветеран, здесь нечего добавить. Он достаточно много дрался, и последние убиты, даже Коловлера, они были фактически очень сложными, тяжелыми. И восстановление после того колена от Вудли, когда он было тяжелым. Поэтому возвращение в октагон для него сейчас очень важным, я вижу. И соперник удобный, но только вот в ранних раундах. Я думаю, что Кандиду придется максимум показать свою изобретательность, чтобы не попасть на клинч, на вязкую борьбу у сетки, что любит очень делать Магни. В этом плане я даю преимущество Магни. Я думаю, что он будет замотивирован и сделает работу над ошибками. Но то, как работает Кандид ногами, меня очень вдохновляет. Я надеюсь, что он не потерял эту мощь и ожидаю повторения сценария. То есть, хотя, конечно, коэффициент немножечко
смущает, потому что на него дают при, вроде бы, да, очевидных раскладах очень неплохие 1.60. Не ошибаюсь я, да, 1.60, по-моему. Да, все верно, Дим. Вот, и вроде как бы напрашивается ставка уверенно на кандидата, но в то же время есть вопросы. В пользу магний можно подумать только лайф. Более ничего сказать не могу. При матче его забирать за этот коэффициент, конечно, бессмысленно. Кандид – это кандид. И бой похож на то, что его двигают именно к тому, чтобы он дальше… Как бы старичков возвращают, чтобы они держали как бы в тонусе, да? Молодых бойцов держали в тонусе эту весовую. Согласись? Я думаю, что смысла кандиду как бы тянуться к Вудли нету, потому что Вудли сейчас, мне кажется, до прихода, по крайней мере, сильных, хороших молодых ударников, таких как Тилл, да, возможно, еще будет Томпсон там и так далее. Или с кем еще там Вудли предстоит. Ну, там есть интересный бой. С Коннингтоном там вроде вызывался. Тот же этот Усман. Пока этот вес чисто для развлекухи. Поэтому я считаю, что это бой чисто для кандида. Здесь такой сильного прогона не будет по скачкам с стороны Магния. Не думаю, что он сразу перемахнется и с 12-й позиции шлепнется на 7-ю, там, на 8-ю. Поэтому кандид, конечно, смотрится интересно. Я смотрю сейчас на роспись. Смотри, варианты здесь достаточно хороших. Вот самые жирные давай выберем, которые меньше всего верят как бы букмекерам. Победа Карлоса Кандита. Рассмотрим варианты. В первом раунде, во втором или в третьем? Ой, это сложно, Дима, это очень сложно. Ну, последние бои Магни показывают, что его можно, в принципе, за два раунда скушать очень быстро. Да. Данное событие оценивается, соответственно, 4, 6 и 11. 4, 1, 6, 2, 11, 3 раунд. Я склоняюсь к третьему раунду, что это будет досрочка. Может быть, кандидат немножечко разогреется, поработает, присмотрится, потом второй, третий раунд будет близкими, то есть к досрочке. Вот. Кандид КО-ТКО трешку дают. Как думаешь, какие шансы? А я уже сказал про это. Я уже сказал, что как раз вижу шансы большие на заход. Думаю, что кандид, если выиграет, то, скорее всего, это будет нокаут. Да, потому что Магний пропускает и пропускает очень приятно. Его даже тот же Ломбард, коротышка, да, зацепил. Только чудо Магний выжил, я не знаю. Походу, у Ломбарда действительно нет такого панча, который, кажется, при его мощи физической сумел восстановиться, перебить уставшего Ломбарда. Но все остальные бойцы показали его стойкость и так далее. Но все-таки боец стойкий, согласись. У Магния очень хороший держак. Его можно чисто выбить, но если его там перебивать и так далее, он держится. И в партере он может заставить кандидата ошибиться и перевести его. Дальше интересно, как сыграет роль простой и габариты Магни. Я думаю, что кандид выиграет с сабмишеном. И на данное событие дают коэффициент. Так. Неужели нет? Что-то не вижу сабмишена. А, вот вижу. Коэффициент 9. Вот моя ставка на этот турнир, на этот бой. Карлос Кандид с сабмишеном. Почему-то мне очень верится именно в такой исход. Что, едем дальше? Да. Поехали дальше. Ну что, блин, ну очень похоже все, конечно, очень непонятно и похоже. Ну что, Карло Эсперазо против Синти Кальвильо. Топчика у нас сейчас по девушкам из Альфа Мейла, которая работает. Очень уверенно сейчас. Ну, конечно, затягивает свои досрочки, но практически всегда доминирует в каждом бою. Подтянула бокс, хорошо двигается, чувствует соперницу, атлетически поднабрала. И видится мне, что здесь Эсперазо кинули для затравочки под Кавильо. И как бы здесь у Эсперазо, учитывая, что она уже как бы старушка достаточно такая, читаемая для многих бойцов, но крепкая, с сознанием своего дела, может растянуть бой на дистанцию. Но читается мне, что здесь в бою все будет в пользу Кальвильо. К крайней мере, два раунда я даю исходу на дистанции. Сильная сторона Эсперазо — это тэкдауны. Именно таким способом победила Мороз, кстати. Ну, про Мороз особо говорить не хочется много, потому что я, кстати, давал ей шансы против Эсперазо. Но те шансы, которые вырисовывались у Мороза, она профукала прям буквально за раунд. Дальше Эсперазо просто прочитала и начала делать один за одним тэкдаун и валила. И просто близким решением, я считаю, выиграла.
Карилью так не прокатит. Я думаю, что в партере она будет смотреться поинтереснее. Спину точно не отдаст, не даст завалять себя. Но по стоечке я хочу увидеть здесь более активную, агрессивную работу от Кальвильо. Потому что она может действительно пожестче работать, может быть... И, кстати, по Инстаграму, по последнему таким видео, которое я видел, она очень сильно подтягивает на стойку. Потому что в партере она чувствует себя, безусловно, уверенно. Я думаю, что здесь сразу можно дать предпочтение Кальвильо. Как ты считаешь, какой расклад по этому бою видится тебе более очевидным на исход? Мне здесь видится близкое вообще противостояние, на самом деле. Я здесь бы Кальвильо как фаворитку не выделял. На самом деле у Эспарзы есть очень много ключей к победе в данном противостоянии. Почему? Потому что Кальвильо в своей карьере еще не было проверено такими бойцами такого уровня, да? Это точно. Карла Капника. Чемпионка. Вот. Бывшая. Я думаю, у Эспарзы есть очень-очень много шансов просто законтролировать Синтию Кальвильо. Потому что борьба все-таки у нее не просто тейкдаунами, я бы назвал. Я бы назвал это одна из лучших, в принципе, борцовская, борцушек в этом дивизионе. В принципе. Поэтому Синтия очень часто теряет позиции, на самом деле. Она же все-таки грэпплер, прежде всего, джиттер, не борец. И я видел очень многие моменты, она часто рискует. Часто рискует, но, безусловно, стоечки она прибавила. И Эспарзе, возможно, будет сложно с ней в стойке. Эспарза постоянно пропускает. Вот начиная с Эджейчик, да. У нее стойка — это слабое место, безусловно. И держать ее, просто ее можно в стойке перебить все три раунда, если не рисковать. И с хорошим, как бы, таким... И она коротышка, и это большой минус, она очень маленькая, я считаю. Даже та же Кальвильо, мне кажется, будет намного крупнее, сильнее ее. И перевести Кальвильо будет сложно. Технически, конечно, она лучше выглядит, опытнее, все дела, но не могу выделить в Эспарзе таких качеств, которые вы сейчас вот прям давали какие-то шансы. Я думаю, что один раунд в силу того, что она может где-то завозить Кальвильо, там, чисто за счет удержаний. Вот. В стойке я даю преимущество полностью Кальвильо. Вот. Но интересно, как ты считаешь, здесь видится досрочка? Досрочка здесь на тоненького, Дим. Тяжело ее представить, хотя мы обычно всегда ловим досрочку там, где ее совсем не ждем. Просто от Кальвильо все досрочки идут очень на тоненького. Она все эти варианты свои, которые, повторюсь, может реализовать, делает очень-очень поздно. Такое ощущение, что она на третий раунд настраивается. Чем-то похоже на Ортегу в этом плане, ну, конечно, если сравнить там мужчину и женщину. То есть она реально как бы ловит кайф от боя, грубо говоря, забывает, что у нее цель там доминирует, но она реально доминирует при этом, как бы показывает хороший, неплохой для женщин бой, и все-таки в сильную свою сторону партер включает в самый последний момент. И молниеносно, быстро, как бы уверенно заканчивает бой досрочно. Вот, и не знаю, что от нее ожидать. Вот здесь может быть так, что и не получится так сильно доминировать над Эспаразой. Но у Эспаразы абсолютно нет хед-мувмента, она никак не уклоняется, не защищается, то есть очень... Вот стойка читаемая, ее просто подлавливать, дергать и пробивать двойками там банальными, можно очень всю дорогу, короче. Что, я думаю, Кальвильо будет делать. А вот насчет партера и борьбы, конечно, интересно. Ну что, твой... Я бы на Кальвильо здесь точно не ставил. Резюмирую, я бы сказал, я бы, наверное, здесь все-таки либо воздержался от ставки на Кальвильо, либо небольшим процентом бы кинул на Эспарзу решение. Ну да, женский бой, я думаю, что здесь все-таки третий раунд мы увидим, и Эспаразы. Честно говоря, у нее победа на Борос такая, тем более уверенная, дала очень хорошую, подняла ее акцию немножечко выше, это хорошая победа, я считаю. Сплит с Маркос, бой был близкий, и там, можно сказать, что, как сказать, ну, подворовали немножечко победу, хотя Эспаразы иногда не делает достаточно для такой уверенной победы. Джулиану Лиму не берем в расчет, все-таки Лима боец слабоватый, немножечко долговязый, такая очень-очень тяжеленькая она, медленная. Ну и Джечик мы не берем в расчет, соответственно, Маджунус тоже. Здесь бой очень интересный с точки зрения молодой восходящей звезды, которая является Кальвильо. Она, знаешь, как бы некая замена Пейдж Ван Зант в свое время, которая тоже тренилась там. Но из всех мексиканок, вот честно, если брать даже Перл Гонзалес, вот эту хайпнутую непонятную, которую пихают UFC непонятно для чего, она самая реальная боец из тех, кого можно представить, я считаю. Вот тут действительно, мне кажется, она реальный боец и по духу, и внешность у нее даже такая. Она что-то Бенитес напоминает, знаешь, да? Мне кажется, она сестра его просто. Вот прям
нос такой плоский, мощное лицо, у нее скуластое, очень хорошо она физически готова и не боится своей внешности, то есть дерется открыто, может зарубиться. И, кстати, победа над Амандой Бобби Купер очень значимая в ее ростере, я считаю, сабмишн. Поэтому здесь будет интересное противостояние. Я даю свой голос в пользу Кальвилио. Я думаю, что это будет все-таки действительно близкое решение. Но, с другой стороны, вижу также неплохие шансы, если Кальвилио будет заряжена, а Эсперанза не очень, что часто бывает за ней, то вполне возможно, что Кальвилио выиграет ее досрочно. Вот. Но хочется, конечно, в этот бой как-то заиграть, но за такой коэффициент Кальвилио, напомню, идет за 1.40. Заметил, во многие бои вот в этом турнире дают такой коэффициент. Я заметил, да. Я заметил то, что я озвучил почти всех андердогов. Да, там волей-неволей тянешься к более высокому кэфу, потому что реально шансы такие, Честно, что... нет, просто я представляю картину боя и вижу все такое достаточно близкое. Да, но с другой стороны, первый раз я вижу, что на тотал больше в этом бою дают 1.63. Обычно там на такие бои дают там максимум 1.30. То есть буки читают... Интересно, интересно, но вписываться не хочу. А тотал меньше 2.20. Ну, я все-таки попробую разобраться. Здесь хорошо читается второй-третий раунд, если учитывать как бы вот такой анализ с точки зрения стойки отталкиваться. Потому что, ну, действительно очень много пропускает Эсперанза. И если будет разгромная, то есть Эсперанза опускает руки, она начинает просто сыпаться реально, если ее разбивать. И дальше с ним можно делать многое, реально. Я думаю, что Кальвилио может здесь заявить о себе погромче, чем в прошлом бою. Просто возьму вариант Кальвилио досрочно. Победа Кальвилио досрочно. Так. 2.70. То, что Кальвилио выиграет решением, 2.30. Мне нравится вариант. Ну, опять-таки, делать скидку, что это женщина, на Кальвилио досрочно. Хотя я, наверное, не буду ставить на этот бой. Просто мне кажется, что здесь будет уверенное выступление от Кальвилио. Твой выбор Эсперанза решением? Да, больше к этому моменту я склоняюсь. Почему, я уже объяснил. Ну, конечно, можно здесь не гадать и немного кинуть на Эспарзу. Я имею в виду над способом победы. Но все-таки я не вижу, как она досрочит. Скорее, это решение. Ну давай посмотрим на BetCity. На BetCity, кстати, иногда бывают коэффициенты поинтереснее на тоталы. Вот, здесь у нас оценивается ТБ. Тотал больше 2.5 на этот бой за 1.53. По мне неинтересная ставка, потому что может Кальвили все поверить и зажечь как бы в Эсперазе огонь. Если будет такой хороший бой, размен, то можно отдать чего угодно. Даже Эспераза может на самом деле доминировать и показать уровень. Но решение, конечно, читается. В общем, поедем дальше. Следующий бой. Ну, было бы здорово, конечно, обсудить Джимми Ривера против Джона Линнекера. Ривера сейчас просто катком проходит по всем соперникам, которые раньше считались претендентами на пояс Гарбранта. И Дилашоу, я считаю, просто в ожидании. Если ему сейчас устроят шоу-бой с мышонком, да, так, ну как за объединение поясов, это, конечно, большой подарок для Дилашоу, но я думаю, что рановато. Мне кажется, Ривера с такими темпами успеет из Дилашоу первым подряд, потому что мышь тоже всем все доказал, ему нужно просто в своем весе спокойно сидеть и наслаждаться лаврами, а лезть в Дилашоу более крупному, более мощному, еще после такой уверенной победы над Гарвантом к мышонку, как бы, ну, здесь интрига очень попахивает таким матчапом чисто для бабок. И риск большой. А вот подождать таких бойцов, как Риверу, там, Педро Муниса, скажем, да. Ну, в любом случае, Ривера сейчас номер 4. Бой с Линнекером бы многое поставил в дальнейшем в его как бы планах на титульник. И, к сожалению, Линнекер снялся. Последний бой Линнекера мне, кстати, очень не впечатлил. Он, конечно, выиграл, но отработал так, как будто он уже подустал. Я думаю, что это одна из причин, по которой ему уже, то есть нет такой сильной мотивации. Кстати, ты не знаешь точную причину снятия боя с Линкера? Травма Джона Линнекера, вот и все. Ну вот Такая как бы да, то есть перерабатывает парень, стареет. И не тот он уже как раньше. И как бы ничего нового не показывает. Поэтому здесь, конечно, было бы хорошо присмотреться к Ривере, когда бы они схлестнулись. Но имеем что? Имеем, скорее всего, ничего, да. Имеет смысл какие-то предположения делать по бою?
Я думаю, нет смысла здесь делать никаких предположений, потому что боя не будет. Я не хочу даже его разбирать, честно, тратить время на него. А анонсы какие-то были там по поводу? Ну, Морайс понятно, что не будет биться. Дотсон, вроде как, говорят, что-то может быть. Но если бой будет Дотсон-Ривера, то ты, я думаю, догадываешься, какой здесь будет исход. Да, Ривера здесь, безусловно, быстренько все решит, потому что Дотсону очень опасно нет. сейчас. Я имел в виду Total больше. Не, ни за что бы не вписался. После того, что я видел, что показывает Мораес, и вообще в этом весе Ривера набирает, он бьет очень сильно. Не Мораес, Ривера, а Дотсон. Дотсон, да, я на самом деле... Просто Дотсон бегунок, он очень хорошо показывает сейчас на дистанции работать, скучный бой. Конечно, он бы отбегал, но это было бы до поры до времени. В общем, едем дальше. Ну что, момент истины настал. Я считаю, что то событие, которое мы, я думаю, очень надеюсь, прям можно скрестить пальцы на всех частях тела. Нам предстоит увидеть в новогодний вечер, да, будет либо феноменальным с точки зрения ожиданий, да, которые все как бы понимают, либо просто шокирующим, потому что есть уже слухи какие-то по тому, что Хабиб очень тяжело сейчас, несмотря на то, что там хорохорится его папа и так далее, что там все под контролем. Все-таки Хабиб, друзья, задумайтесь секундочку, гоняет почти 15 кг. Он весит в межсезонье под сотку, друзья. То есть, а гоняет он до... это какой у нас легкий вес, да? До 77 там вышка. Какой там лимит? 70, по-моему. Просто вдумайтесь, ребята. Это... Не 15, он больше гоняет, ты что? Ну вот как сказал Волхан, он просто в шоке от того, какой у него... дух, он говорит, он гоняет там от 15 до 16 килограмм. То есть я думаю, что... 70 килограмм весит Хабиб, когда выступает, а в межсезонье он до сотки 30 килограмм. Ну, я думаю, что это когда он отжирается, потому что все-таки... Сотка это... Не, даже не сотка, я слышал там о нем, что 93 килограмма он максимально весит. Я видел его фотографии, кстати, вот когда он на массе, скажем так. Безусловно, у него очень большой расход энергии. Парень, ну, во-первых, борцуха, во-вторых, коренастый, у него сложение такое, маслатый парень, и у него очень такой стиль, который обязывает просто много жрать, мне кажется, и много пахать. Он как буйвол, ну, реально бык, в прямом смысле слова, там, или бультерьер, как угодно назовите. У Хабиба одна из отличительных качеств, за которого любят фанаты, это при таком не сильно, как бы, да, многофункциональном стиле, скажем так. То есть у него хорошие всегда показатели по тейкдаунам, если говорить сухим языком, хорошие показатели по ground and pound, то есть в партере он просто делает максимум, что может сделать вообще боец ММА без устали. И у него отличные показатели по контролю вообще поединка. То есть я считаю, что ни один из боев, который он провел, он все бои прочитал и всегда делал все правильно. Ну и всегда ключом была борьба. Соответственно, Паш-то на зале, как говорит сам Кормье, он борется очень много-много сетов, и фактически до последнего, с кем может побороться. Очень много сил у него, очень много духа. Барбоза, ну что, здесь бой-то, конечно, стилистически красивый, стойка против борьбы. Но такой ли топовый стоечник Барбоза на данном этапе? Вот, конечно, учитывая его победы яркие, красивые, каким его вот, на самом деле нужно считать? Как ты думаешь? Пару слов скажи, Паш, мы, я думаю, это будет немножечко побольше обсудим, и по ставкам тоже, потому что подписчикам будет интересно все-таки определиться с наиболее интересным вариантом. Как думаешь? Как бой будет проходить? Ну, мне интересно, да, насколько ты оцениваешь Барбозу как именно такого опасного ударника, даже сравнивая с тем же Джонсоном? По сравнению с Джонсоном, я считаю, что Барбоза более искушенный в ударной стойке, он интереснее. И вообще сравнивать Джонсона — это все-таки прежде всего руки, а Барбоза — это прежде всего ноги. Немного разные ударники стилистически. Вот. Хабиб был в первом раунде удивлен, даже я помню, когда пропустил удар. Вот. Но у Джонсона защита от тейкдаунов никогда не была там какой-то прославленной, да, хотя он там какой-то хайп ходил вокруг, что он там в студенческой лиге какой-то там выступал по борьбе. Возможно-то это и правда, но показал он вообще, конечно, противоположность. Каждый тейкдаун пропускал. Вот.
Барбоза – это лучшая защита от тейкдауна в дивизионе. Я думаю, это уже о многом говорит и говорит о том, что шансы у Барбозы есть. Я бы не хотел говорить, что там Хабиб плохой боец, хороший боец, или Барбоза плохой или хороший. Но здесь есть два варианта развития событий. Все знают, первое очевидное – это залежка со стороны Хабиба и, возможно, даже поздний САП. Потому что у Барбозы очень сильно секется лицо, когда его забивают. Там, вспомните бой даже с Тони Фергюсоном, где Тони ему разбил все лицо в стойке, потом перевел в партер, задушил. Может повториться немножко иная ситуация, где Хабиб будет удерживать, где Хабиб все-таки сможет обходить защиту от тейкдаунов. Но тут можно сетовать на то, что Барбоза высокого fight IQ боец. То есть он постоянно думает. С Бенилом Дариушем это вот как раз таки было показано, насколько Барбоза думает в бою, насколько грамотно он подбирает тактику в момент боя, как грамотно он читает соперника, как грамотно он под него подстраивается, насколько он точен, насколько хороший его тайминг, насколько реально его удары не только точные, но и мощные. То есть парень, по сути, также можно о нем сказать, это реально топ-4. Вот его цифра соответствует его возможностям абсолютно верно, без всяких преувеличений. Оппозиция, наверное, самая лучшая в дивизионе. Он бился со всеми, там, кроме Эдди Альвареса, да, и Хабиба. Вот. Я не хочу здесь ничего говорить в обиду Хабиба, но мне кажется, что у Барбозы есть очень много шансов именно навязать свою игру и не дать себя перевести. А в стойке я не вижу, за счет чего бы Хабиб смог победить. Он говорил в интервью, что у него неплохой бокс, что у Эдсона тоже неплохой бокс. Но, ребят, что смеяться? У Хабиба и бокс по сравнению с Эдсоном, ну, на уровне любителя, наверное. Ну, давай рассмотрим бой. Здесь, конечно, гадать смысла нет, и так слишком все очевидно. Просто стили бойцов говорят сами за себя. Но спорные моменты, которые возникали у Хабиба в последних боях с бойцами, которые хотя бы немного умеют агрессивно работать в стойке. С Хорчером был небольшой эпизод, с Джонсоном был небольшой эпизод. И самое удивительное, что после этих эпизодов, где Хабиб пытался что-то в стойке поработать, то есть, как бы, все-таки ему хочется, конечно, показать то, что он не однобокий боец, и это чувствуется, вот, что он прогрессирует, что он и стойку подтягивает, все-таки как бы амбиция есть. Потому что слава и репутация, то есть Дэмиана Майя, скажем так, от которого всегда знаю все еще ожидать, и вот она рано или поздно развенчается. И как мы все видели в последнем бою Майи и Коннингтона, мы видели то, что видели. Топовый борчик, скажем так, молодой, непроверенный, как бы хорошими джитсерами, от которого ожидали именно проигрыш, перебил Майю в стойке, не дал сделать ни одного тэкдауна. Хотя он не является, да, каким-то супер там крутым ударником. Обычный колхозник, но я про Коннингтона, да, но с хорошим атлетизмом, с мотивацией, с знанием того, как драться с бойцами такого устаревшего типа. Все-таки молодая кровь, согласись. И Эдсона Барбоза под это определение тяжело поставить. Он боец классический, вот как его стиль назвать, не тэквондо. У него же база, если не ошибаюсь, тэквондо, по-моему, да? Или муай-тай? Муай-тай вроде бы. В любом случае, это один из тех, вот, как говорится, последний бойскаут, один из тех последних оплотов, да, Бразилии, надежды на то, чтобы как бы хоть какие-то там титульные шансы у него были, то есть получить. И для него бой, в первую очередь, с точки зрения мотивации, очень важный. Не знаю, насколько он еще это осознает, но думаю, одно он знает наверняка, что помимо того, что он будет пытаться как можно дольше сохранять стойку не в активном состоянии, то есть не бить Хабиба, потому что слишком велики шанс, что Хабиб его поймает на тэкдаун. А Хабиб прессингующий боец, он заставляет тебя раскрываться, бить и так далее. Отрывать ногу от пола против Хабиба очень опасно, то есть тэкдаун он делает грамотно. Это тот боец, который не чувствует вообще слабых мест в нижнем уровне. Он видит прям насквозь тебя. Вот мне интересно, Барбоза продержится ли он раунд на ногах именно без тэкдаунов? Потому что мы знаем, что после тэкдауна что будет? Это будет долго и мучительно. И сможет ли он потом во втором раунде уже грамотно, потихонечку начинать раскрывать Нурмагомедова и читать его каждый тэкдаун? Потому что в первом раунде, естественно, волнение определенное, давление идет, тяжело не ошибиться. Вот меня интересует только второй раунд от Барбозы. Потому что в первом раунде, я считаю, здесь...
очень-очень быструю как бы такую комбинаторику от Хабиба. То есть он заставит его пару раз бросить руки, почувствовать, где сеточка, и вот у сеточки, когда он прижмет Барбозу, я думаю, что будет все быстро. Потому что плюсы здесь у Хабиба на 100%. А вот в открытом октагоне он, конечно, может попасться. И плюс не нужно забывать, что бой Барбозы с Мелендесом, с тем же самым, местами переходил в открытую как бы достаточно рубку, и были моменты, где смотрелся близко как бы Мелендес. И из борцов, которыми противостоял Барбоза, ну, можно выделить, наверное, только да никого особо. Серона задушил его достаточно быстро, причем от джеба он отскочил. И ты помнишь, была баллада, что Барбоза хрусталь? Всегда его тролли как хрустального бойца. Помнишь? Ну да, было такое. Это и было... с Гилбертом Мелендесом многие тоже говорили. Это было трендом просто сезона. Да, просто все называли его хрусталем. Потом бац, этот хрусталь выиграл у Фелдера в крутейшем поединке, вот именно на стойке. Ну да, проиграл Фергюсону, но опять-таки Фергюсон боец. Кстати, у Барбозы нет такого пауэра в руках, как в ногах. 100%, что мощь и опасность Барбозы представляют именно ноги. И Хабиб об этом знает, и их штаб об этом знает. Это раз. Второй момент. Я считаю, что у Хабиба все-таки, если он сделает вес, я очень надеюсь, будет возможность лучше восстановиться. Если он сделает вес, как в прошлый раз с Тони Фергюсоном, и будет в отключке, когда там батя скажет, все, там, возвращайте ему жизнь и бой отменяем, то шансы, конечно, у Барбозы возрастают. Только в силу того, что может пробить ему корпус пару раз, еще что-то, и измотать его. Но опять-таки я делаю ставку на второй раунд. В первом раунде я вижу доминирование Хабиба. Паш, хочешь в заключение как бы сказать свое мнение по финальному как бы, да, выбору? То есть без всяких там Барбозы, там, нокаутом, колено, это понятно все. То есть насколько реально ты видишь шансы по раундам и готовность Хабиба к бою? Я думаю, Хабиб готов на все 100%, Барбоза также готов на все 100%. Я думаю, нас ждет интереснейший бой. Прежде всего, это не будет никак не повторение боя с Джонсоном, не повторение боя с Дариушем. То есть здесь не будет лаки колена, здесь не будет, не будет вот этого залеживания одностороннего. Мы здесь наконец-то увидим настоящего Хабиба в действии. То есть это будет конкурентоспособный бой, где у одного... где у одного есть ключи к победе в стойке, у другого ключи к победе в борьбе. Оба они на дистанции в 3 раунда будут выглядеть просто потрясающе. Я думаю, это бой за глядение просто, и матчмейкерам огромный респект за это. Да, я спасибо. Хочу увидеть красивый рубок. Спасибо, что я желаю. Хочу увидеть красивый, функционально максимальный бой, возможно, даже который пройдет всю дистанцию, вплоть до гонга, и возможно это будет первый бой в карьере у Хабиба, где решение будет не таким однозначным, как обычно. Да, на самом деле Джонсон он унизил, он унизил в прямом смысле, и все ожидают, что, да и он сам, я думаю, что, хотя, кстати, к Барбозе он относится с уважением, и я первый раз вижу у Хабиба такое сосредоточенное состояние внутреннее. Вот. Последний раз я видел его взволнованным как бы с Фергюсоном, когда он скрывал все-таки свои эмоции, но там было понятно почему. Блин, столько гонять это нереально. То есть, чтобы вы понимали, друзья, кто не занимается боями вообще, вот такими вещами, весозгонка проходит несколько этапов, потому что сразу, если только потерять жидкости, это очень тяжело. Грубо говоря, он потихонечку, при той интенсивности тренировок, к которому он привык, да, он сбавляет там в своем меню там определенные как бы, да, элементы и питается очень скудно фактически как бы на... там добавках, ну там, конечно, грамотная фарма, но потом, представляете, из этого дохлика с палыми скулами там и так далее, он резко превращается в кабана, в мощного, который приходит и разрывает соперников просто. Вы просто представьте себе эту трансформацию. Здесь маленький скачок, неправильная какая-то ошибочка, и можно очень серьезно проколоться. И много кто из бойцов уходит с большим риском для жизни. И Хабиб один из тех бойцов, который именно рискует. Это просто феноменальное просто мужество и уверенность в себе. Конечно, в этой весовой он слишком огромный. И я делаю ставку на то, что Хабиб все-таки будет грамотно использовать сейчас свое время и покажет все-таки доминирующую победу. Я думаю, что Хабиб Рамедов выйдет досрочно. Есть к этому предпосылки, потому что то впечатление, которое производит Барбоза на земле, когда именно его избивают, там и Фергюсон показал это, и Сироне, он долго не будет сопротивляться. И Хабиб с его мощным граунд-паундом сделает дело, я думаю, не позже третьего раунда. То есть мой выбор Хабиб досрочно. Вот. И
тотал меньше 2,5. Я думаю, что это будет конец второго, начало третьего раунда. Ну тогда я скажу, Дим, мой выбор Барбоза решением. Да, я долго думал, но вот в последнее время мне что-то все больше хочется верить в то, что Хабиб покажет более грамотную работу с весом. Я все-таки ожидаю здесь близкое противостояние и какой-нибудь 2-1 в чью-нибудь сторону. Я вообще вижу, в принципе, что в ранних раундах именно Барбоза будет намного успешнее, чем Хабиб. А Хабиб уже, возможно, переломит именно во второй половине боя ход поединка. Вот как-то так я его вижу, этот бой. Ну, надо признать, что да, Хабиб достаточно такой боец, он никогда не сможет там бойца вынести с панча. Он любит показывать чисто дагестанский стиль, то есть борьба, контроль и так далее. Но ground and pound имеет вес. Имеет вес определенно. И позиционная работа внутри, все равно, что тебя там распяли и заколачивают гвозди в разные части головы. Это очень тяжело. Рефери, конечно, сыграет роль в этом поединке. Вот, пожалеет ли он Барбоза, либо даст ему как бы почувствовать, да, что такое состояние нокдауна или нокаут. Ну и сабмишн здесь я вижу со стороны Хабиба тоже очень реальным. Потому что Барбоза в этом плане... Главное сделать тейкдаун. Бой крутейший, друзья. Будем верить, что все будет хорошо, и Хабиб сделает вес, поболеем за него. Кстати, они с Амари вдвоем представляют нашу республику, ну как бы Дагестан, да, Россию, и должны на самом деле показать хорошие бои оба. Ну что, готов? Финальный бой. Паша. Да, Дим. Ну, друзья, это у нас новая весовая, насколько я знаю, да? То есть, как она характеризует? Какой там полулегкая. Вес? Полулегкая. Соответственно, в легком весе у нас чемпионка кто сейчас? Намаджунас или Нунис? В легчайшем ты имеешь? Легчайшая, да. Легчайшая Намаджунас. В полулегком вот сейчас будет титульный бой. И в Нунис у нас... И на игре... Подожди, нет. Три весовых у нас сейчас женщины. Вес соломинки, да, и вес это легкий и легчайший получается, да? Да. То есть у нас чемпионка Нунис. Это какой? Легкий вес? Это легчайший вес. Наилегчайший вес на Маюнос. И полулегкий сейчас, сейчас Кристина Сайберг, по-моему, чемпион. Полулегком весе. Да. Ну, вот здесь, друзья, первое противостояние интересное. Я понимаю, почему теперь это главный бой. Хотя... Ну, честно говоря, есть сомнение, что это будет что-то такое прям сногсшибательное, учитывая стиль Холли Холм и ее последний бой с Бетти Кореей. Вообще, в принципе, то, что может Холли Холм иногда, и то, что она показывает, заставляет валидолить за нее, хотя она очень многим симпатизирует. И мне, в частности, дочь священника, конечно, вот в плане как бы женственном. Особая у нее сексуальность, очень красивая она женщина такая, знаешь, как... Помнишь, фильм был «Конан Варвар» со Шварценеггером, там были такие амазонки. Да, у нее красивейшие ноги, она очень красивая атлетка. То есть да. Иногда даже жалко, когда такие женщины пропускают лицо. Вот когда бьют Ронду Роузи, не жалко, потому что иногда кажется, что она просто чувствует себя даже это, более приземленной, что ли, реальной, когда ее бьют. Ее выражение лица это бесценно, когда она получает там хайкики или просто прямой. А Холли Холм нет, у нее на лице просто неприкосновенная такая маска, то есть она очень сдержанный боец, с хладнокровной, никогда не показывает эмоции. Конечно, однообразная, показывает очень такие вещи, которые читаемы, но, блин, у нее есть сильная сторона, это ее ноги. И не только потому, что они красивые, да, потому что, блин, ну и задница, конечно, отличная. Прям хочется другие вещи обсудить по Холлу, на самом деле. Я просто сравниваю даже вот показатели. Многие, кстати, ребята, я вот общаюсь, особенно вот мусульмане, не воспринимают женские бои. Да и Хабиб говорит, что как бы то есть это так. Майербек Тальсумов, он не понимает их, не смотрит. И многие просто не воспринимают женские бои как данность, что это типа новое влияние. Уже там целые лиги формируются, женщины активно тренируются там с мужчинами и так далее. То есть не воспринимают. И в этом плане я понимаю. Но здесь мы имеем дело двух профессионалок, фактически профессионалку в боксе. Холли Холм, которая перешла в UFC и чудом взяла пояс кстати, будучи огромным андердогом тогда у Ронды Роузи, показала, где как бы раки зимуют ей. И, собственно, также бездарно отдала его в упорном бою Мише Тейт. Вот. И сейчас, после того непонятного грязного боя, с которого она провела с Рандами и с котлеты с этой Бетти Кахеей, ей дали топовую, сильную и очень как бы,
жесткую, да, в прямых смыслах, бабу мужика Крис Сайборг. Которая, кстати, очень тоже много гоняет, и вес ее это главная проблема, кстати. Как думаешь, Паш, вот мой вопрос тебе. Как ты считаешь, есть шанс у Холли Холм забрать бой? Просто вот на победу. Потому что кто такая Киборг, мы знаем, как она бьется, мы знаем, и соперницу мы ее знаем. Но здесь вот интересно именно от Холма толкнуться. Сложно. Сложно, Дим. Я могу сказать так. Холли Холм постоянно заставляет валидолить. На нее ставить так опасно. Как она бесила меня. Я зарекся не ставить на нее, к сожалению, в бою с Бет Корей. Реально, тогда был крупный двойник заряжен, и как бы Холли Холм там присутствовала. И бой, как помните, долго пришлось ждать, да, этого хайкика. До этого хайкика все было достаточно близко даже с Бет Корей. Сайборг — это танк трех раундов. Если Холли Холм сможет пережить спрут двухраундовый... Ты считаешь все-таки трех раундов? Мне кажется, это полтора раунда, это ее вышка у Сайборг. Но я сейчас взял прям с запасом, потому что она понимает, что это титульный бой. Пятираундовый. Uh-huh. И я думаю, она понимает, что она сталкивается там со скольки-то там с миллионократной кикбоксершей или боксершей. Там, кикбоксершей, да, она по кику выступала. А, не знаю, мне здесь все видится таким каким-то прозрачным. Не верю я в хайкик от Холли Холл. Извините, ребята. Здесь я верю в победу Сайборг. Но вот в досрочную ли, здесь не знаю. Не хочу здесь долго расглагольствовать и воображать. Холли Холм мне все показала в бою с Бет Корей, в бою с Шевченко, в бою с Мишей Тейт, хотя она 4 раунда забрала и в пятом взяла и отдала шею. Блин, ну я тогда вообще, конечно, охренел. Апсета не будет. Запомните мои слова. Апсета не будет. Нужно лишь понять, каким способом победит Киборг. Каким? Но, Паш, ты утверждаешь, что апсета не будет, а в то же время не аргументируешь. Вот как раз хочется понять, как ты мыслишь, потому что... Почему? Я знаю ключи, я сейчас скажу в свою очередь, да? Я-то знаю ключи, которые есть у Холм. Мне просто интересно, почему ты так уверен в Киборг? Потому что, по сути, это самый конкурентный бой для нее, номер два. И для Холм хороший шанс вернуть пояс себе. Я вижу здесь преимущество Сайборг не столько в стойке и мощи, сколько в партере, в джиу-джитсу. Я уверен, что она, кстати, тренировала джиу к этому бою как просто, как животное. Я вижу здесь именно перевод от Сайборг. Я не думаю, что она будет играть в технику с Холли Холм. Техника у Жустина не прям на высоте. Мощь, как у мужчины, но техника не далека от идеальной. Я думаю, здесь будет перевод от Кристины. Перевод этот будет, возможно, во втором, а не в первом раунде. Переведет и просто физической силой просто затрамбует, как танк. Я не знаю, она ее просто вколотит в землю. Навряд ли Ground and Pound. Возможно, даже, кстати, Ground and Pound. Холли Холм не будет сдаваться. Судья может вмешаться. Об этом нужно думать. Вот я только думаю, как это будет. Кого-то кого или сабмишн. Уверен, что 5 раундов решения здесь не будет. Сайборг сделает все быстрее. Но все больше я склоняюсь к сабмишну. Либо забрать Сайборг в третьем-четвертом раунде. Тоже интересная ставка. По сути, здесь для меня один из самых надежнейших фаворитов наряду, как Марк Диакизи, например. И, кстати, это, скорее всего, будет моим двойником рабочим. Ну, вот здесь уже понятно. Теперь я понимаю, откуда ты пляшешь. На самом деле, я также думаю, что при самом правильном и грамотном подходе к этому бою, а бой очень важный для нее, все-таки как бы нужно отстоять честь. У Сайборг есть вообще, если брать шоу-бои такие, такого плана, которые мало кому интересны, женские бои вообще как бы не рассматриваются лично мне. То есть здесь нет таких пиаров, как с Ронда и так далее. Непонятно почему, то есть хотя там как бы абсолютно среднюю бойцушку, но с таким, по тем временам, шикарным дзюдо для женского дивизиона, быстренько опустили стойки. А у Сайборг мы имеем отличную универсальную работу. Она боец на самом деле чистый вот ММА, то есть ММА элиты, я бы сказал. И представляет чутбокс легендарный, вот, который, кстати, Вандерлей Сильва представлял в свое время, муж ее бывший, этот Евангелист Сантос. Вот. И долгое время ей как бы такой ярлык фрика вешали, да. И действительно она оказалась очень мужеподобной. Что удивительно, она преобразилась. То есть
так же, как и Джейчик, то есть, видимо, как бы промоушен и определенное влияние сделали там свое дело. То есть она как бы стала посимпатичнее выглядеть. То есть медийно продавать бои с ее участием, вот такими бойцушками, типа Холм, там очень интересно. Но раскручивать все равно их не очень как бы сильно, я вот вижу. И все, что ее оставит в Сайбер, когда доказывает в октагоне, и бои она показывает по красоте, действительно. То есть, вот даже если брать статистику, вкратце пройтись. Кажется, с одной стороны, проходимый соперниц, но берем Лину Ландсберг, которая была крутой просто стоечницей, да, то есть там какая-то имела заслуги в кикбоксинге или в тайке, да, и с которой она, конечно, немножечко провозилась там до второго раунда, но в итоге вывела, да, на победную линию и финишнула. И опять-таки Тони Эвингер, хоть старую, но мощную, как говорится, да, стойкую, со всеми плюсами в партере, с желанием как бы, да, до конца биться, тоже пройдено. Лесли Смит, ну ладно, здесь берем просто вариант, что Смит стойкая. Все остальное не берем в расчет, соперниц уровня Холм у нее не было. Что мы имеем по Холм? Джеб, дистанция, Грег Джексон, вообще лагерь Уилкин Джона, то есть всем бойцам дает установку на безопасный бой. Иногда это играет плохую шутку, потому что Холм банально не хватает раундов отыграться. Это было с рандомией и так далее. Она застаивается. И второй момент, который в ней симпатичен, это все-таки хорошая такая... Я считаю, по атлетизму, по мощи, в том, в чем уступали соперницы Сайберг, Холм ей не уступает точно. Силовые показатели у них как минимум наравне. Это может сыграть роль на выносливости Сайберг, если она не сможет ее переводить и так далее, и получать встречные джебы. А из минусов, безусловно, работа на прямой линии, отсутствие хед-мувмента, то есть ее легко раздергать и по этажам, и очень-очень удобно будет Сайберг ее, конечно, читать. А, и в пользу Сайберг, конечно, я, конечно, беру партер, потому что давненько мы не видели от нее такой хорошей работы, а у Холм это самая слабая сторона. А, 30 на 70 я даю в пользу Холм, но эти 70 в режиме лайва могут поменяться, если бой зайдет за экватор третьего раунда. Очень интересно посмотреть бой именно до этой отметки. Конечно, до третьего раунда у Сайберг будет куча попыток прессовать ее, пытаться перевести. Я думаю, что переводить она будет чаще, чем рубиться. Посмотрим, как пройдет. Если Холм прокачал защиту от тейкдаунов, все-таки самое слабое место, да, то здесь уже какая-то интрига появляется. Так, конечно, Сайберг досрочно и сабишно, причем я разделяю это мнение, смотрится очень крепко. Но мне видится здесь хорошая ставка ТБ-1.5. Буки прочитали этот исход, все-таки дали мало. 1.40, что ли, даже. Первый раз я вижу такой ТБ, согласись, да, на бой Сайберг. Обычно там кэфы заоблачные были. Это все, да. Это единственное, чем можно было вывозить плюсы против бою Сайбер, то есть осмотреть на ТБ. И сейчас, как раз, этот вариант уже просчитан, здесь особо не стоит плясать. Но первый раунд я не вижу, что здесь будет досрочка, это 100%, поэтому считаю ТБ 1.5 железной ставкой, такой достаточно хороший. Но КФ мало. Дим, я здесь можно озвучу свои две ставки, это будет победа болевым сабмишеном от Сайберг за КФ 12 и победа Сайберг в 3-4 раунде за 5.50. То есть два таких жирных коэффициента я выделяю на этот бой, если плясать от Киборг. Поэтому... Я плюсую, Паш, вот сразу без вариантов. Я выберу точно такие же варианты. Я думаю, что это будет только сабмишн, и что нокаута не ждать. Кого-то, кого тоже вряд ли. И я думаю, что это будет действительно ближе к четвертому раунду. Да, вот как-то так. Может быть, ребятам кому-то в подкасте кто-то и кинет копеечку, и реально это зайдет. А я прям чувствую, что это зайдет. Это должно зайти, потому что, ну, как бы уже мы просмотрели, просчитали по 10 раз, наверное, этот бой и варианты, кто сможет, и развитие событий. Если плясать от Сайберг, то это именно вот эти два варианта. Они очень. Причем эти варианты интересные, потому что они действительно реальные, учитывая, что бой может пойти по тому сценарию, который мы описали, а он читаемый, зная этих бойцов. И второй момент, что даже если выбирать Холм приматч ставкой за 3.70 сейчас, да, вот на приматче, допустим. Ну, очень-очень на тонику, все-таки, ну, здесь бой для лайва. Как, в принципе, и все бои Холм, если честно, потому что Шевченко, я вот помню, очень жирный кэф выдавали на Шевченко, и там читалось, что Шевченко уже могла переломить бой, она переломила это с середины как раз боя и делала все очень четко. Там кэфы были отличные на Шевченко. Также здесь, на Холм, может кэф еще больше вырасти, то есть там до пятерки, если Сайберг будет получаться комбинировать тейкдауны и работу в стойке. И тогда имеет смысл заиграть. Но забирать сейчас за 3.70, как вариант, конечно, не имеет смысла. Только для фанатов, конечно. Но это ставки не для серьезных ребят. А вот до варианты по исходам плюсую. Холли Холм решением. Давай посмотрим, если такое как бы чудо случится.
Я думаю, что единственный варик это холм, это решение, потому что слишком хороша Cyber по всех аспектах. Так. Блин, на этот бой огромный роспись на приматче. Я прям листаю, не могу это до конца дойти, обалдеть. Бой закончится досрочно, нет, 2.75, досрочно закончится 1.42. Холли Холм побит раздельным решением 13. Победа единогласно 3.50. Кстати, 3.50 вполне реальный кэф для Холм. Если она и выиграет, то, скорее всего, и решением. Но единогласно слабо верится. Раздельным за 13 верится больше, если честно, если такое будет настроение судей. Поэтому бой, на самом деле, сказать нечего. Не считаю, что это какое-то там такое яркое событие. Интересный бой тактически. Так же, как Барбоза Нурмагомедов. То есть, здесь строго лайф, друзья. И если играть, то от фаворитов, конечно. От Барбозы, вернее, от Нурмагомедова и от Сайберка. Потому что андердоги здесь имеют шансы чисто вот на лаки панч, я считаю. Что Барбоза... Если сравнивать андердога Холли Холма и Барбозу, ребята, здесь вот я абсолютно за Барбозу. У него шансов эдак так в 10 минимум больше, чем у Холли Холм апсета. Если вы хотите апсета ждать, то ждите его в бою Барбозы Хабиба. Он намного, намного вероятнее, чем у девочек. Согласен. Но знаешь, что то, что уравнивает эти пары, то, что и Нурмагомедов, и Киборг, повторюсь, они очень много гоняют, и весосгонка, и состояние будет играть большую роль. Поэтому в этом плане, конечно, и, вот, и Барбоза, и Холм могут быть в лучшей форме, и чуть-чуть повыносливее на дистанции. И в этом плане я вижу их шансы. Лаки панч, повторюсь, что от Барбоза там какое-нибудь колено, ну именно ноги, или там какая-нибудь вертушка, не тот случай. А вот на дистанции, возможно, по очкам где-то там, да. Ну, я думаю, что Барбоза либо нокаутом, либо проиграет, а Холм только решением. Мало шансов вижу на нее на засрочку. Это 100%. Ну что, подытожим, Паш, давай вкратце. Это последний турнир уходящего года по UFC. Фактически можно сказать, что мы 2017-й, то есть боевой командой нашей прошли успешно. Очень хорошая статистика плюсовых прогнозов, хоть мы ее не ведем в чистом таком виде, да. Прошу простить за это, друзья, но те активные пользователи нашей группы, которые постоянно у нас как бы появляются, смотрят, и особенно в дни, уикенды, да, когда проходят бои, они видят все сами, вот. И здесь статистика говорит сам за себя. То есть люди, которые лайвят с нами, читают прогнозы и ставят по нашим прогнозам. В частности, вот по твоим в последнее время, безусловно, идут в плюс. Это стоит признать. И это большой как бы для нас такой мотив, чтобы дальше работать. А как ты считаешь, сейчас вот 17-й год, фактически вот расцвет букмекерской культуры. То есть мы все видим много рекламы, много контор, которых там впихивают везде, во все как бы ролики в ютубах, там известных блогеров, скажем так. Самая популярная, мне кажется, вид вирусной рекламы, там, если не брать Азина три топора, вот. Но это для дураков, а букмекерская культура имеет все-таки вес более серьезный среди игроков. И как ты считаешь, будет ли в 2018 такой прогресс, будут ли расти, скажем так, будет ли расти уровень аналитиков? Будем ли мы видеть хорошие коэффициенты и хорошие матчапы для ставок? Я думаю, что буки намного более подробно начнут в связи с таким ростом популярности ставок на ММА изучать линию. Они уже, в принципе, начали изучать линию. Но что мне нравится, каждая букмекерская контора по-своему оценивает. Да, это точно. Бет-Сити и Паримач очень сильно, ребята, отличаются. Да. И иногда нужно их как-то менять. То есть мне нравится играть, допустим, на двух конторах. На Бет-Сити я, правда, только начинаю, и до этого играл только на Паримач. Но я думаю, это верно, потому что цифры постоянно разнятся. Где-то там 0.3-0.4 разницы, это реально значимо, особенно те, кто играет, ну, там, хорошим таким флетом. И у кого там банк там выше хотя бы там 1030, да? То есть это уже интересно для таких игроков. Поэтому я думаю, что в 2018 году все пойдет еще больше в сторону именно букмекеров в плане цифр. То есть они научатся все-таки давать объективные цифры. Думаю, мы меньше... Наша задача прочитать букмекера на два шага вперед. И дать это вам. То есть как пищу для ума. Не как
какой-то там. Да, то есть, чтобы вы понимали, друзья, конкретики по ставкам, которые вы ждете, то есть именно ставка, само понятие ставка, это личная, вот если брать такую терминологию, то есть мою интерпретацию, это личная инициатива человека расстаться с деньгами в первую очередь. И вы просто примите тот факт, что вы, когда ставите деньги, любые, вы ставите деньги, которые вам достались, ну, трудом. Это нелегкие деньги, как правило, так. Ну, есть, конечно, люди, и таких полно, кстати, это та часть людей, которые, это там называют лудоманами, попанами, которые зависимы от игры и не понимают суть игры. Мы с вами занимаемся ММА, аналитикой ММА, и пытаемся в этом деле достичь высот, и предлагаем вам свою аналитику на обсуждение, как бы, да, на внимание. С одной простой целью, чтобы вы могли правильно научиться играть в плюс, да, в наше время, когда, ну, очень хочется быстрых денег, да, очень хочется славы такой определенной, что ты эти деньги поднял на таком популярном виде спорта, как ММА, что ты разбираешься, шаришь. Но самоуверенность многих начинающих игроков, которые там после какого-то пребывания в группе там или где-то начинают типа шарить, там свое мнение высказывать, а потом хаят бойцов или там свои экспрессы, которые там, грубо говоря, они налепили, она тоже вызывает смех, и, понятное дело, наша задача просто в этом плане вам помочь. А смущает только тот факт, что публика, которая ставит, зачастую не совсем, ну, благодарна за вот эти, не то что подсказки, за помощь в принятии правильного решения. И не всегда адекватно оценивает разницу между аналитиком, профессиональным человеком, который профессионально занимается разбором боев и так далее, и простым обывателем, который там составляет мнение либо по глорству, да, либо по каким-то там таким медийным роликам, скажем так. Просто новичков очень много, и сейчас действительно хорошая волна, плюсовая на этом фоне, поднимать деньги, ребят. Вот я сейчас заявляю авторитетно, что, учитывая свой опыт, людей, с которыми я общался, игроков, разного уровня игроков, которые ставят деньги не на экспрессы, да, на огромные попытки хоть раз выиграть там большую сумму, а ставят деньги, которые они адекватно оценивают из заработанных денег, и они чувствуют вкус игры и знают, на кого ставят. И это зачастую дает хорошее такое чувство адреналина и плюс выхлоп. Хочу зарезюмировать. Задача какая перед нами стоит на Новый год? Немножечко разделить аудиторию и попытаться найти все-таки тех игроков, которым нравится играть без каких-либо эмоций. То есть они заинтересованы в холодном расчете, в хорошем анализе и в помощи, допустим, того же капера и аналитика. И чтобы безопасно, скажем так, с меньшей долей процентов проиграть, поставить свои деньги. И ту аудиторию, которую мы просвещаем, пытаемся там познакомить с бойцами, со стилями и так далее, которые просто присутствуют и наслаждаются шоу. Поэтому, друзья, вот не забывайте периодически вот наших аналитиков там помимо лайков как-то воодушевлять, поощрять. Всегда есть возможность и Руслану Гайтукаеву, и Степану Анискину за их труды там накинуть определенную копейку. Специальный счет расчетный я не вывешиваю пока в группу, но с Нового года в любом случае будут реквизиты, по которым будет как бы ваше посильное участие оцениваться. Это очень как бы нам поможет для развития группы. Хотел бы добавить, ребят, те, кто хотят какую-то конкретику, прямые рекомендации, кто хочет играть с конкретным аналитиком на дистанции, то есть ни одна там ставка, ни один багет, а кто хочет прям реально месяц поиграть с конкретным аналитиком, с положительной там, допустим, статистикой, да, с положительной игрой, должны четко понимать, что за это, ну, как бы это тоже труд, и за это придется какие-то деньги выкладывать. То есть, если вы хотите играть успешно и просто бесплатно, как бы альтруизмом никто не занимается. То есть подкасты — это по кайфу, это информативность для вас. Нам не жалко, вам интересно вместе как-то где-то обсудить это, и нам, и вам полезно. Вот. А конкретные прямые рекомендации, дайте ЖБ и так далее, нужно пора завязать уже так делать. И если вы хотите конкретные ставки, то за это придется как-то раскошелиться. Да, это, кстати, нормальная практика, потому что сейчас задача букмекеров и, ну, на такой спрос, да, на игровые вот эти моменты, усилить свой аналитический отдел, а они платят аналитикам деньги. То есть такие же ребята, как, допустим, мы, там, другие там молодые энтузиасты, сидят также в конторах, отрабатывают свои деньги, получают зарплату. Их задача — вести лайвы, контролировать рост или падение коэффициентов, чтобы не проиграть. То есть, и все достаточно читаемо, но немножечко пугает то, что
люди проигрывают деньги на попанских ставках, вот как вот на глупых ставках. И это даже чисто по-человечески, вот меня, то есть без всяких денег, расстраивает. Потому что я знаю, что такое проиграть, я знаю, что такое именно остаться в состоянии в пустом, когда ты мог этого не делать, ты мог просто посмотреть бой, ты мог послушать тот же самый подкаст, посмотреть бой, если тебе интересно, и спокойной совестью, как бы, да, получить удовольствие. Но многие вписываются и тратят деньги и накапливают негативные эмоции. Это все выливается в общении. То есть эпоха интеллигентных игроков, там, да, от которой пошла букмекерская там культура, там, на скачках, которые играют там, да, она немножечко другая, это другая элита. То есть люди хладнокровные. Игрок всегда в казино отличался хладнокровием. Сейчас все меньше таких ребят, и очень обидно за тех, кто проигрывает деньги. Зачастую там взяты их в долг или пытаются отыграться. Вот наша задача первостепенно все-таки, чтобы вы понимали правильно, помочь вам не проиграть именно самого себя. То есть чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в этой стихии, именно в ММА. Потому что бокс, там баскетбол, футбол, все эти проверенные уже достаточно командные виды спорта, они тяжелы для игры на дистанции в плюс. А вот ММА я считаю очень перспективным видом, и наша задача вам помочь. Поэтому в скором времени формат группы может немножечко поменяться, то есть следите за обновлениями, за новостями. Паша, кстати, обещает нам представиться, да, в скором времени, как аналитик, показать свои успехи, поэтому можете присмотреться уже сейчас, я ссылки прикрепляю. Касаемо других членов команды, по Степану Анисикину, кто не знает, у нас такой лидер, скажем так, по текстовым, по аргументированным прогнозам, которые достаточно хорошо сходятся, но без статистики. То есть прошу как бы строго не судить, есть определенная разница между текстовым прогнозом и конкретной ставкой. И здесь текст и прогноз то же самое, что в подкасте мы говорим. Рекомендация, свое мнение просто высказано более уверенным специалистом, на котором вы выиграете деньги. Не забывайте как бы об этом и благодарите. И если не благодарите, то хотя бы принимайте тот факт, что человек работает в кайф. То есть не осуждайте за какие-то промахи. И по Гайтукаеву Руслану, то есть определенная у него тенденция работать с низовыми турнирами. Вы всегда можете иметь в виду, как бы, ну, скажем так, в течение недели, когда проходят турниры не сильного такого раскрученного масштаба, всегда можете рассчитывать на его поддержку. Он всегда сделает хорошие, качественные прогнозы, постарается, и они будут максимально точными. По процентам проходимости обозначу так, что те, кто следят за нами, всегда как бы в позитивных эмоциях после турнира. Но ставите вы сами свои деньги, поэтому конкретная помощь капера, то есть по конкретной сумме ставки, это тоже очень важно. И умение правильно поставить сумму, не ва-банк сыграть, там, не на 100 рублей потом и так далее. И умение отказаться от экспрессов, самое главное, зараза, вот это очень важно. Поэтому в дальнейшем, ребят, планируем делать подкасты с такими, ну, типа образовательными моментами, раскрывать потихонечку стратегию. Если кому интересно, там, пишите в комментариях, будем думать. Паш, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас какая статистика на прогнозе и какой уровень, вот, скажем так, разряда? Дим, на прогнозе по статистике за конкретно, так, за конкретно декабрь месяц у меня идет прирост к банку 32%. За ноябрь было 33%. Ну, чтобы вы понимали, вы можете открыть. Ты можешь, кстати, сейчас вывести на экран эту ссылку. Ну, я боюсь, лагает немножечко комп, не буду рисковать. Лагает, ну тогда ладно. Отдельно потом сделаем. В принципе, играя на дистанции с апреля по декабрь, с апреля 2017 по декабрь 2017, итого 9 месяцев, включая данный декабрь, 7 из 9 месяцев играл в плюс. Было, конечно, и 8, и 13, было и 65% в банку. Всего лишь 2 минусовых месяца были. Это сильные просадки были? Вот, а? Сильные просадки были? Ну нет, не особо, там 23%, допустим, от банка. Это на самом деле было наиграно потом вдвое больше на следующий месяц. То есть по итогу там прирост к банку идет там более 150%. То есть все в этом... Все прекрасно в этом плане. В группе в прогнозе являюсь в статусе аналитики в прогнозе. Чтобы вы понимали, по старшинству это второй статус после чемпиона. Это в плане моего банка виртуального. Виртуальный банк в прогнозе наигрывается с 3000. У меня на данный момент банк составляет 11603. Вот сами перемножьте и поймете, насколько я в плюсе. Если 3000 брать за 100%. А вот
в целом, как бы меня данный ресурс в плане ведения статистики полностью устраивает. Все прозрачно. Чем отличается он от бетона? Именно тем, что я все свои ставки аргументирую в текстовом формате. То есть там же подписчики мои, это 167 активных подписчиков, они могут участвовать в комментировании моих прогнозов, ставить лайки, дизлайки. Любое внимание – это внимание. Так что, ребята, если кому-то даже не нравится, как я освещаю данные какие-то поединки, там турниры, можете дизлайкать меня, ради бога. Вот. Главное, не забывайте и словом вспоминайте. Так, хорошо. Ну, вот. Я думаю, что мы сделаем отдельно еще, может быть, даже видео-чат, пообщаемся с подписчиками, может быть, даже что-то будет в режиме Телеграма, посмотрим. Представимся, потому что активные чаты, которые у нас происходят в лайвах, в режимах, то есть мы не всегда можем в них участвовать, и кому интересно просто общение там с, да, со мной, с Павлом, со Степой, то есть можно сделать, представить ребят, и вы бы могли рассмотреть в плане работы, сотрудничества по платным прогнозам. Момент хотелось бы еще такой урегулировать. Если вы, ребята, вдруг захотите объединиться под отдельной небольшой крышей для совместных просмотров ММА-турниров, в том числе UFC, ACB и прочих, то есть идея организовать чат. Приложение, программа, неважно, это можно будет в открытом обсуждении все обсудить и решить. То есть это может быть TeamSpeak, это может быть RateCall, это может быть Skype, это, в принципе, любая платформа. Поэтому вдруг, кому интересно, пишите в комментариях, возможно, мы что-нибудь придумаем в этом плане. Чтобы, кстати, еще хочу сказать, в лайве зарабатывается, наверное, большая часть процентов. 100%, да, подтверждаю эти слова, лайв, грамотное использование, отличная штука. Лучше. Если у меня, допустим, идет прирост к банку, там, при матче, да, моих ставок, там, 35 в среднем процентов, то в лайве я делаю минимум в два раза больше. И если со мной будут игроки играть, я могу вести прозрачную статистику еще и на лайв-ставке. Как? Это я придумаю в дальнейшем. Поэтому, ребята, кому интересно, пишите в комментариях свое мнение. Мы очень будем благодарны тому, что вы дослушали наш подкаст до конца. И какие-то там, может быть, советы, какие-то выводы из всего изложенного. Да, пожалуйста, негатив или позитив, все на ваше усмотрение. Да, друзья, ну что, в наступающем как бы году я вам пожелаю от себя лично успехов в учебе, здоровья, любви. Ну, если серьезно, наша аудитория, ребята, в основном спортивные, молодые, то есть очень много интеллигентных пацанов таких, скажем так, не поддающихся вот этим дурацким влиянием. Я вам пожелаю, чтобы вы сохраняли чистоту как бы разума своего. И интернет такая штука, особенно эти игровые зоны все эти. Здесь очень легко потерять человечность такую, да, сучиться. Поэтому, особенно когда дело касается денег и ставок и так далее. Поэтому не будьте ниже себя, как бы, своего достоинства. Всегда разделяйте деньги и реальность. То есть здесь... Мой как бы вам совет, просто будьте чище в плане своих целей и воспринимайте спорт и как просто способ себя замотивировать, сделать сильнее, лучше и укрепить дух свой. А игровая тема все-таки требует определенных вещей, она очень темная сторона, поэтому мы как бы фонарем будем светить, но от себя желаю вам быть светлыми сами по себе, то есть как бы не теряйте себя в этой теме. Ну и всем как бы успехов, удачи в новом году. То есть оставайтесь с нами, будем расти и с вашей помощью будем развиваться, друзья. То есть подписчики наши на самом деле для меня вот очень ценные, потому что ребята действительно долгое время держат группу, и сейчас активность очень большая, поэтому большое спасибо, очень признательны всем за участие в активной группе. Всех с наступающим. Ждем выходных. Паша, есть что добавить? Закругляемся. Да, всем добра, ребят, с наступающим Новым годом. Спасибо, что слушаете. Вообще, в принципе, спасибо, что заходите в группу, читаете нас там, подписываетесь. Да, да, не зря стараемся, значит. Да, мы, значит, наши как бы плоды, кто-то кому-то интересны труда. Поэтому, ребят, в дальнейшем будет все еще лучше. Давайте закроем хорошо Новый год. Всем отдохнем, удачи. Да, и дальше в плюс. Старый год, пардон. Да. И перейдем с плюсами в 2018, как бы вот всем игрокам. Аминь. Все, Паш, благодарю. До связи. До встречи. Все, до связи. Пока.